Так, прием, надеюсь, кто-то уже подошел. Это, знаете, на самом деле 9 сентября. Все более-менее популярные и значимые люди на Ютубе или где-то еще собираются на всяких там витфестах, раздают автографы, фоткаются со своими фанатами и прочими, занимаются странными вещами, но это нас абсолютно не касается. Потому что кто такой Террол, где там эти самые ваши какие-то фестивали видеоблогерские? Нет, нам это все абсолютно не по плечу. Привет, привет, Дази. И где-то там у нас самый ораларный, кажется, человек на планете. Никогда не мог нормально выговорить его никнейм. Возможно, вы его помните, возможно, нет. Это один из древнейших зрителей аркадного обзора. Фанат Супер Мидбоя, всячески пытающийся, точнее, пытавшийся заставить Террола как-то поработать над Супер Мидбоем, хотя бы какой-то свой отзыв сделать, как-то его детально проанализировать. И наконец-то, ребят, наконец-то неделю назад вышел обзор на эту игру. Во многих смыслах замечательную, во многих смыслах, конечно, 3,5 выставил Террол. И вот зашел к нам в трансляцию Антон, он же просто невероятный меценат, уже во второй раз подряд в соло закрывающий целый этап аркадной копилки. Сегодня в конце трансляции будем снова вкрутить наше колесо фортуны в честь этого, между прочим. Так что оставайтесь до самого конца и будете предлагать свои варианты в зависимости от того, какой сектор там выпадет. Так, в общем-то, самый орларный, надеюсь, правильно говорю твой никнейм. Чё тут так долго висит надпись «Запасайтесь вкусняшками»? Да потому что ты попросил посмотреть мою трансляцию в Стиме. Я попытался как-то там настроить и понял, что, блин, это два стрима, к сожалению, получится параллельно. Я что-то думал, что это как-то в самом Стиме делается, но, конечно же, нет. Нужны мощности для этого, ничего не получилось, поэтому не будем. Уж лучше тут собираемся на Твиче, на Ютубе, может быть, кто-то смотрит это во ВКонтакте, но ваш чатик мы не видим, к сожалению, и вообще не знаем о вашем существовании, поэтому в случае чего заглядывайте по ссылкам, которые там где-то должны быть на Ютуб или на Твич. Ну, а я, наверное, потихонечку буду переходить к игре, раз уж на то пошло, мы ведь собрались сегодня здесь ради нее. Или ради черного экрана. Нет, не ради черного экрана. Надеюсь, все более-менее адекватно у вас выглядит. Разве что сейчас чего-то не хватает, по-моему. Нет, вот там все прогрузилось. Так. Что-то не то. Дайте я подумаю. Что-то явно не так там у вас происходит. Вот, наверное, вот это не должно накладываться друг на друга. Да, все-таки директор МТС у нас как бы сделал последний донат на донатпэй. Я добавил туда все-таки и его сообщение. 977 рублей вчера свалилось на наши головы. Привет, Найс Дигей. Вот, постоянно у меня проблемы с окончанием твоего никнейма. И я выключил звук еще. Ну, знаете, ой-ой, как же он орёт. Все вот эти технические моменты в начале трансляции. Давайте посмотрим, что можно сделать с тем, чтобы как-то понизить эту громкость. Она и так стоит, блин, на пятерке, на 5% стоит громкость этой чертовой игры. Она орёт как сумасшедшая. В общем-то, да, неделю назад вышел аркадный обзор по Супер Мидбою. И многие обрадовались, многие разочаровались, 3,5 все-таки, вот. Но знаете, в системе оценок аркадного обзора 3,5 это хорошая игра, но с рядом недостатков, которые, ну, лично мое, собственно. Так и говорить, ДГ, или как, ДГ, как-то оно просто не звучит, ДГ, вот в чем проблема. Найс. Вот, и мое личное, естественно, мнение, все оценки субъективные, все вот это вот. Но это вам, не знаю, не 2 балла из 5 нашего, что вообще ужасно. Но, небольшой спойлер, будет в третьем сезоне одна игра, которая 2 балла заработала.
И то, знаете, это не один балл и не полбалла. Ой, ну, по-моему, я меньше одного балла даже никому не ставлю. Так вот, давайте расставим по полочкам. Когда Террелл играл в Супер Мидбой вообще в своей жизни, это было, я сегодня посчитал, больше 4 лет назад. Вот, что бы вы хотели узнать о том, как идет работа над третьим сезоном. Я отчетливо помню, когда я был в колледже, когда я сдавал госэкзамен, то есть последнее, что я делал в колледже, это сдавал госэкзамен. Я все написал, все сдал, вышел в соседний кабинет, где вся наша группа сидела. Туда пошла следующая, кажется, десятка сдавать госэкзамен. А мы остались здесь до вечера ждать результаты. И я в это время сидел там и играл в Супер Мидбоя, записывал геймплей. Да, скажете, Террелл, какого черта? Вроде бы первый сезон закончился, когда ты заканчивал колледж, поступал в универ. Да, потому что я думал сделать обзор на Супер Мидбоя во втором сезоне, но не срослось. Как и Castle Crashers, Супер Мидбой ждал своего часа аж до третьего сезона, поэтому эти игры в первую очередь были обозрены. То есть да, я ни черта не помню про Супер Мидбой, если что-то пошло. Я весной где-то монтировал этот ролик, и были у меня какие-то воспоминания. Но давайте узнаем, насколько вообще Террелл разобрался. 3.5 поставил. Ща, короче, будет... О, Моррисон, ща будет мясо. Привет, Моррисон. Смотрите, давайте посмотрим, где у нас тут... куда-то не туда зашел. Давайте посмотрим статистику. Итак, всего смертей. 4 года назад, напоминаю, 462 смерти были в этой игре. Прошел 10%. Светлый мир 24%, темный мир 3%. То есть, фактически, вы сейчас можете наблюдать, что Террелл делал обзор на игру по скриншотам, как это делала российская игровая пресса в 90-х годах. Вот так это все и есть. Но давайте посмотрим на рекорды. Так, вот у нас есть люди, которые у меня в списке друзей в Стиме. Что же они? Ну, самый арелларный, собственно, вот он. Видите, он у нас самый великий игрок. Я думаю, он сегодня, если захочет... какую-то свою мудрость высказать, он это уже делает, сейчас я к чатику обращусь, то он нам точно расскажет все отсылки, все, что только можно. Я так понимаю, это самая любимая игра Арелларного, нашего самого, у него Мидбой на аватарке. Кстати, сегодня как никогда можно спамить смайлик Супер Мидбоя на Твиче, это будет супер актуально. Дальше мы смотрим Хаутенгеки, довольно недавно к нам присоединился этот человек. Кстати, как там? Может, меня перекрикивает звук? Надеюсь, нет. Так вот, собственно, он тоже довольно неплохой игрок Супер Мидбоя. Дальше мы видим Бубля внезапно. И дальше мы видим Террелла. То есть я не на днище вообще нахожусь. Вот я вижу, там Антон говорит: «О, я засветился». Я даже круче Антона. При том, что у меня пройдено на 6 уровней больше, а потратил я на это на полчаса меньше, как я понимаю. Так что, Антон, ну не тебе меня хаять за 3.5, не тебе. Ну еще есть Себин, который поиграл. Больше ни у кого Супер Мидбоя из списка моих друзей в Стиме нет, поэтому все активно переходим на обзор Супер Мидбоя, ставим ему лайк свой царский, пишем комментарий и участвуем в розыгрыше Steam ключа. Потому что я вот вижу по списку друзей, у вас нет Супер Мидбоя. Давайте, проверяйте активность, и здесь появится как минимум на одного человека больше. Вот я видел там Nice DG, написал, что уже сам купил Castle Crashers, не дождался своего часа. Эх. Так, 3.5, ибо не ценитель. Да, согласен, самый арелларный. В принципе, так оно, наверное, и есть. Я люблю Реймана, а Супер Мидбой немножко не то. Dark Guard, ну тогда... Супер... давайте буду называть Супер Диге, мне так проще, к сожалению, или к счастью. Есть подозрение, что оценка поменяется, когда пройдешь последнего босса в хард-моде, если пройдешь. Ой, самый реларный, какие у тебя интересные просто планы на то, что у нас здесь происходит. Я боюсь, что есть проблемы с тем, чтобы мне проходить самого последнего босса на хардкорном моде, все такое. Привет, Патео. Отключай головной мозг, подключай спиной, лайфхак года для этой игры. Ну,
Да, согласен. В этом и есть, собственно. Я привык немножко к играм более-менее, которые к серому веществу больше относятся. А вот такие просто, что называется, тупо скилл, это знаете, как киберспорт по Старкрафту. Для киберспортсменов в Старкрафте нет ни протосов, ни тиранов, ни кого-то там еще. Там есть только цифры и горячие клавиши. Вот я, к сожалению, не очень люблю такого рода геймплей, поэтому я не люблю ритм-бейст игры и прочую тоже дичь. Привет, Чара! Привет, Чара! Извини, что так долго с тобой здоровался. А на заказ за 165 рублей купил по скидке. Ну, отлично. Недавно была скидка на Castle Crashers, значит, это здорово. Ладно, давайте начнем с самого начала, потому что мне нужно вспомнить вообще, как тут играть, тем более... Так, это сначала, я надеюсь, или что? Здесь, конечно, есть специфический юмор, и... Собственно, у Эдмунда Макмиллана, разработчика этого всего безобразия, и, я так понимаю, главы команды Тимит, блин, игра 50-го года, у него получилось сделать несколько колоритных довольно персонажей, которые вообще выделяются среди какой-то серой массы. Знаете, иногда, особенно у людей с творческим взглядом, бывает такое ощущение, что... Так... Срочно просто мчаться, ладно. Что уже вроде как все придумали, уже все и так известно народу. Что можно еще придумать? Но нет, вот видите, образ супер мясного пацана. Казалось бы, что вообще, как это может кому-то прийти в голову? Но он довольно хорошо укоренился в игровых всех головах людей. И это, видите, Терл прошел первые два уровня на S+, а вы говорите, ничего не может. Просто здорово. А ты же смотрел нашу озвучку? Как тебе голос Альфис? Ой, Чара, я ж с тобой общался по этому поводу в прошлый раз. Я посмотрел только где-то первые минуты. Так, уже интересно. А, здесь бег есть. Или нет? Так, как бегать? Надо вроде что-то зажимать для того, чтобы бегать. А, R2. Все. Это моя проблема. Я нажимал R1 на DualShock 4. Я играю, да, на DualShock 4 сейчас на геймпаде. Может быть, на клавиатуре вы скажете мне быстрее и проще этим всем заниматься. Но не факт. Завтра, между прочим, будет снова трансляция по Super Meat Boy. И мы вот эти все уровни начальные снова будем проходить. Но, блин, понятно. Трансляция будет с PlayStation 4, потому что у меня Super Meat Boy есть и там, и его раздавали. Плохо дело. В PS Plus когда-то. И можем какие-то различия посмотреть заодно. Видите, я уже вот на этом уровне что-то упоролся совершенно. Не понимаю, как нормально там пройти, как здесь убиться. А то это никуда не годится. Я когда просто пытался проходить какие-то уровни... Я даже не смотрел особо на время. Вот. Мне было главнее всего пройти уровень, чтобы посмотреть дальше, чтобы записать вам, блин, более разнообразный материал. Я вообще случайно сюда попал, блин. Ой, ну, в общем, не знаю я, как голос Альфи Чары. Извиняю, я же говорю, я не супер фанат творчества, именно фанатов других по разным штукам. Если у вас стало получше вообще с общим звуком, это прям тогда здоровски. Так. Блин, такая хардкорная игра, что даже некогда на чатик отвлекаться. Поэтому сорян, что сейчас туплю. Давайте я поотвечаю все-таки на какие-то ваши сообщения. Ведь ради этого мы сейчас собрались, а? Кстати, я в него играл на клаве. Да, всего убито ровно 2,5 пробела в хлам. Ну вот видишь, я не могу. У меня в жизни только один раз был лютый батхёрт от игры, когда пострадала клавиатура. Это вообще была игра по Властелину колец 3D-шная, которая там Возвращение короля или типа того. Там что-то дико затупило это Шеллоп. Битва была с ней. Она что-то прям какая-то вообще стала лютая. Меня бомбануло, я стукнул кулаком по клавиатуре и вылетел Enter. Вот, и я не готов ломать технику ради игр. Мы на технику собираем, между прочим, видите, уже 9-й этап из 80. Будем в конце трансляции крутить колесо фортуны, так что не разбегайтесь. Я в него играл на планшете.
Super Meat Boy на планшете, и как хорошо, потому что мы вчера... Я вчера пытался понять вот эти вот аркадные шутеры, когда целая куча мобов отстреливаешься, они вообще нормально на планшете себя чувствуют? Потому что у нас была вчера игра VR Doomed из PS Plus, и мне это казалось... Нет! Понятно, Game Over. Ну, по-моему, когда я 4 года назад тут играл, была абсолютно схожая ситуация. Я вообще, ну, там, скорее всего, Meat Boy бежит просто постоянно, как это в платформерах на планшетах. Можешь оценить голос Алиса потом, конечно. Ну, хорошо, я попробую посмотреть что-то и тогда высказать свою оценку, если это настолько важно. Нет, на клаве это ужаснее, но моя личная непереносимость геймпадов сыграла свою роль. Ну, странно, на самом деле, в 2017-м пора бы уже с геймпадами дружить. Кстати, ты таки нашел кнопку ускорения? Так вот, она должна была зажать на 90% времени. Ну, хорошо, спасибо за этот совет. Надеюсь, что у меня с этим что-то получится в будущем. А так, я пока забываю. Когда покемоны? Есть группа, которая показывает даты раздачи игр в Стиме. Так, ну, во-первых, когда покемоны? Не знаю, возможно, в следующее воскресенье, вряд ли раньше. Потому что в субботу вы голосуйте, пожалуйста. Я не знаю, на ютубе, если кто-то ссылку сможет скинуть на голосование в честь окончания 6-го этапа аркадной копилки, там как раз идет голосование за игру на ноуте, которую я буду транслировать. В понедельник заканчивается это голосование. И... собственно, я постараюсь прям в скором темпе, скорее всего, в следующую субботу это будет, эту игру именно и потранслировать. Там, по-моему, даже нет какого-то единоличного победителя пока. Там несколько игр идут почти впритык. Или я что-то путаю, это уже проголосование в честь окончания 7-го этапа аркадной копилки. Но там игры, конечно, и трансляция будет уже на будущем комплюкторе, а когда это будет, никто... не знает. Но то, что есть и группа, в которой показывают даты раздачи в Стиме, ну, наверное, миллиард таких групп есть. Я просто сам, когда на такую информацию натыкаюсь, я стараюсь вам ее скидывать в нашу публичную страницу. Тем более, особенно если это касается каких-то таких маленьких игр, это просто здорово. Ну, вот, например, я вчера сбрасывал, как можно получить первый сезон «Ходячих мертвецов». Я получил ключ, но мне, честно говоря, эти ходячие мертвецы не очень интересны. Что происходит? Что за дичь? Так что я свой ключ не активировал. Я не помню такое. Я вижу там что-то ёботэми, что-то такое. Так что, возможно, разыграем ключ потом, если кто-то не ухватил. А там надо некоторое телодвижение было делать. Я, к сожалению, долго на это потратил время, поэтому даже небольшой гайд вам там расписал. Короче, это какой-то, видимо, хакнутый уровень, и все, я сдох просто как великий лох, что называется. А я научилась небольшие гифки рисовать, на их оценишь. Ух, Чара-Чара, сколько у тебя творческого потенциала, я прям как видишь не успеваю с тобой угнаться. А, енот, привет, привет тебе, енот, между прочим, наш третий платный субскрайбер, как видите, уже 3 сабпоинта. И я, кстати, с Мубботом сегодня пообщался, на ушко ему шепнул, чтобы все субскрайберы теперь имели абсолютно полнейшую защиту и иммунитет от Мубота. Разве что запрещенные слова в чатике нельзя писать, я не буду их, естественно, озвучивать, но вы сами понимаете, скорее всего, какого рода эти слова. А так, вы можете хоть спамить смайлики, хоть ссылки спамить, хоть что угодно, вы же субскрайберы Террела на Твиче, вас вообще нельзя никак остановить, поэтому у вас должны быть хоть какие-то привилегии, раз у меня не полная партнерка. На планшете нет врагов. Это интересное заявление, что называется. Давай сэмпл. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Вот. Есть ли враги в Super Meat Boy? Возможно, я просто не дошел до того момента, где в Super Meat Boy появляются враги. Еще эта кнопка ускорения активирует способность персонажа, которым ты играешь в данный момент. Соответственно, у Meat Boy данная способность — это быстрый бег. А, ну это я припоминаю. Я открывал этого командера видео, и там у него какой-то замедленный прыжок или что-то вроде того.
Ну, кстати, вот я сейчас зажимаю бег, и это реально работает. Это глючный уровень. Но это очень своевременно прочитанный комментарий. В каждой главе по одному такому. Но я не помню, на самом деле, чтобы я тогда туда попадал. Возможно, надо было как раз очень быстро туда бежать. И где ты их получаешь? Да везде я подписан на некоторые вещи. Вот. Или сам, когда в Стиме какая-то раздача бесплатная, то я ведь не... Не слепой, я ведь вижу, наверное, что на главной стиме написано, что можно было получить эту игру в Монако или как там. У них повышенная сложность. Ну, это я заметил, да, я там просто слился как лютый. Вот енот как раз дичайше спамит все, что угодно. Но вы по ссылкам не переходите, пожалуйста, а то, возможно, там вирусы. Именно от этого бот обычно всех защищает. А еще я сегодня научилась рисовать в САИ. Я даже не знаю, Чара, что такое САИ, поэтому... Не знаю, круто это? Наверное, круто, но в любом случае, какие-то новые горизонты, это круто. Возможно, это как-то связано с гифками, если расскажешь, что будет здорово. Вот, наконец-то я... Да что ж такое, что происходит? Чего не могу прыгнуть куда надо? Добрался куда надо, и кто-то даже зафоловился. Ой... Короче, очень трудно мне прочитать никнейм, извиняюсь. Я тут немножко неудобно расположил для себя OBS в маленьком виде. Сейчас его увеличу, на всякий случай. Для будущих фолловеров. В общем, напиши, пожалуйста, что-то в чат на ютубе, и я тогда с тобой нормально поздороваюсь. Извиняюсь за то, что я кривой. Но большое спасибо тебе за подписку на ютуб-канал. Надеюсь, ты не пожалеешь. И вообще можно... Ой, вот это мне нравится уровень. Ведь вы видите, да, эти декорации? Именно эти кадры я позаимствовал для заставки третьего сезона аркадного обзора. Настолько они мне запомнились. Вот там пластырь, блин. Я не представляю. Ну, в теории я могу взять пластырь. Но на практике я потом после этого не пройду этот уровень. Пластырь, видите, на А с плюсом. А я слепой. Ну, Патео, значит, следи тогда за публичной стримой с аркадным обзором ВКонтакте. Буду стараться держать вас на острие. Это редко происходит, на самом деле. Но вот, видите, в последние дни очень много каких-то раздач, на которые я был в Warzone, ну и в пень. Это такой пейнт, в нем почти все рисуют. А я рисовал его в обычном компьютере. Ну, насколько я знаю, сейчас все рисуют в фотошопе. Как бы это странно ни звучало. Но изначально Photoshop как раз придумывался для рисования различного рода. Вот. А потом, когда очень много людей начали пользоваться им только как редактором, фактически, разные там приколы использовать в нем, тогда уже Photoshop начал больше ориентироваться на такой контент. Но при этом я вот слушаю замечательный подкаст «Как делают игры», и там был выпуск с художниками, которые рисуют именно как раз для игровых каких-то продуктов. И в основном они говорят, что Photoshop это действительно очень популярный и известный графический редактор, где работают все художники. Ну, есть там какие-то отдельно, скорее всего, Сай это тоже какой-то такой более-менее профессиональный. Ё-моё, я даже не заметил, что там это пила чертов. Да уж. А ведь это только первый уровень, это изи. Да ё-моё, опять я туда залез. О! Конец. Смотрите, все на А+. Я просто MLG. Давайте посмотрим. Вот это, конечно, фишка очень классная. Мидбой, она мне нравится. То, что можно практически сравнительный анализ твоих действий провести прям по ходу повествования. Понятно. Спасибо. Мне кажется, это была смерть у 99,9% игроков на этом месте. Да, черт, затупил. Насколько я знаю, все рисуют в Paint Tools Sia. Вот, например, по Paint Tools Sia я даже не знаю, на самом деле, что это такое. Тоже впервые слышу. Terrell Noob, ну очевидно. Давай, Антон, заходи в Супер Мидбой. Я прошел больше, чем ты, за время меньше, чем ты. Поэтому, кто нуб,
А тут я еще и вам показываю этот скилл, демонстрирую в прямом эфире. Ну как скилл, видите, иногда что-то, не знаю, может у меня с сом уже проблема. Так часто я его прожимаю. А может быть нет. Может быть это мне просто иногда игра подвисает в какие-то моменты из-за чего-то. Вот я сейчас вижу, что процессор был загружен на 96%, хотя все это время был на 65%. Странно, странно. Возможно, когда вот эти двигаются... Да, что-то происходит. Давайте я слегка поднастрою нашу трансляцию. Так, на ультрафаст поставим обработку. Может, качество станет чуточку мыльней у вас. Особенно на Ютубе, скорее всего, это как-то... играет. Но, скорее всего, больше призов не будет. Но если будут, то я уже ничего не могу с этим сделать. Поставил скачиваться. Ну давай, давай, субскрайбер. Герой месяца. Причем герой, скорее всего, уже второго месяца подряд. Человек, который в одно лицо закрывает все этапы аркадных копилок последние. Ужас, ужас. Сайя. Ну так вот, может быть, Сайя это и есть Сайя, который чар рисует. Хаотангеки, привет, привет. Нафиг этот Paint, вот я сейчас даже не смотрел в игру, я смотрел на комментарии Хаотангеки. Этот Paint Tulsa, лучше простой Paint или Photoshop CS6. Ну, простой Paint, как мы знаем, в Microsoft уже все, попрощалось. Есть Paint 3D, который, собственно, тот же самый Paint, только можно в 3D рисовать. Почему у меня такое ощущение, что этот уровень я, блин, не пройду никогда, отвлекаясь на чат? Вот как здесь надо пробежать? Вот так, наверное? Ну, почти. Почти, почти. Эх, чертовка. Потом будет интересное кино в конце этого уровня. Когда все это мясо просто лютое. Да вы издеваетесь, что ли? Будем вместе. Нафиг рисовать? Лучше рукожопом быть. Ну, Терл это и так подтверждает прямо сейчас в прямом эфире. А, так, она бесплатная. Я понимаю, что там уже идет речь про этот Paint Tulsa. Вот, да, я угадал. Чара говорила про него. Так, тайминг. Тут явно тайминг. То есть только он исчезает, бежим, прыгаем и... А плюс. Нет, что-то не А плюс, что-то дичь. Итак, смотрим на это безумие. Ну, смотрите, не так уж много мидбоев у меня добралось на второй этаж даже. Если уж... на это все смотреть таким образом. А этот самый, видите, неспешный, самый мой долгий трай, но он наконец был победным. О, помню я этот уровень, ненавидел. Нет, все, успел. Такс. Так. В общем, я вижу, что много разбирающихся художников у меня в чатике. Это здорово. Можете даже какой-то фан-арт нарисовать и отправить в соответствующий альбом. На публичный стрим с Аркадным Взором ВКонтакте. Все дело опубликуем. И потом... Нет! Блин. Вот те самые 90% времени, когда должен быть зажат бег, сейчас... были не они. Сейчас надо было не зажимать бег. Я бы тогда... Да что ты будешь делать-то? Кролик. Это все твоя вина. А ну его, интересно. Да, минус кроль, чертов. Получай велосипеды. Нет! Да почему, блин? Опять этот бег, видимо, меня подвел. Фу, это было тяжко, тяжко. Когда-нибудь я дождусь от Терла Ori and the Blind Forest. Ну, минут. Ради этого стоит скидывать Терлу пончики на пропитание. Потому что без этого 100 пудов не увидишь. Ну, либо, я не знаю, каким-то неописуемым образом из ниоткуда у меня упадет Xbox One. И тогда, может быть, что-то произойдет. А так, увы, нет. Не потянет. Даже, видите, трансляция по Супер Мидбою да, тупит. К сожалению. Вот, вот этот уровень я точно проходил тогда. В тот самый день, который я вам описываю. Когда сдавал госэкзамен в колледже.
Так, сейчас что-то... Это я не специально стою и туплю, чтобы таймер капал. Это я смотрел... Сейчас опять процессор что-то начал нагружаться. Есть подозрение, что, скорее всего, это как связано со слайд-шоу текстом внизу. Когда там происходят изменения, то, возможно, в OBS начинает офигевать. Но это не точно. Он дальше прыгает, отталкиваясь от стены, чем прыгает с места без разгона. Не очень понял. Я же хотел тебя смайлик для Прайма сделать. Ну да, хотел. Где он? Матео, где он? Ты хотел много чего. Хотел прорекламировать аркадный обзор на своем канале Четырехтысячники. Где? Где реклама? Вот, понимаешь, одно дело хотеть, а другое дело довести что-то до ума, и тогда мы все поймем, насколько классно у тебя может получиться. И оценим твой вложенный труд. Потому что у нас есть один тоже здесь. Довольно-таки лучший человек на планете. Между прочим, заметьте, я наконец-то поменял там его никнейм. Теперь он официально не Play No Game, даже на трансляциях Терла, аркадный гоблин. Вот, и как там, кстати, Антон? Как тебе твой серебряный никнейм? Вирю-то опустил с небес. Теперь она еще сильнее расстроится. И больше никогда к нам не придет на трансляции, судя по всему. Разве что Dota 2 наконец-то окажется на ваших экранах с трансляцией Терла. Тогда есть небольшая вероятность. Хотя, конечно, мне не очень нравятся серебряные ваши никнеймы. Они какие-то темные получаются по итогу. Лучше у меня не выходит. Я и так сделал его даже светлее, если я хочу в мире никнейм. Может быть, на какая-то белая обводка или типа того. Хотя там и так есть белая тень. Она сказала, что не придет. То есть вообще или только сегодня? Или даже на трансляцию Dota 2 не придет. Куда именно она не придет? Я взял пластырь, чертов, но подох сразу же. Ну а при этом меня еще не бомбит, на самом деле. Сколько у нас там трансляции идет? Блин, даже теперь таймера трансляции не вижу. Так все по-кривому расположил для себя. О, кстати, ну раз уж пока у нас чатик притих. Антон, я хотел тебя спросить, а у тебя же вчера за твой великолепный донейшн 977 рублей дополнительные комиссии не списали, я надеюсь? Потому что тут выяснился замечательный факт. 4 сентября был массовый дудос всех этих сервисов. Что Donation Alert, что Donate Pay. И они, Donate Pay, в честь этого вроде бы как всю комиссию, кроме там какой-то стандартной комиссии своей, видимо, на вывод денег, убрали на 4 дня, и вроде как никаких комиссий сейчас быть не должно! Черт побери. Ладно, мне пора, пока удачи в прохождении. Ну, спасибо, Чара, что заглянул. Я постараюсь оценить ваше творчество, но, как мы все знаем, это не точно, хотя постараюсь. Теро, ты собираешься ноут брать only с донатов или еще свое добавишь? Ну, во-первых, енот, я буду брать не ноут. Зачем мне игровой ноут? Мне не нужен игровой, мне нужен будет ПК. Полноценный ПК, чтобы его можно было, если что, и апгрейдить более проще и все вот это вот. А отвечая все-таки на твой вопрос, да, у нас стоит задача. Я, чтобы, в принципе... С донатов у нас был собран целый ков. Это будет история успеха. Можете потом на всяких пикабу постить, что вот, скидывали больному мальчику на лечение, а он купил на это дело комплюктор и дальше просит деньги на карту видеозахвата или типа того. Вот. То есть это будет наша общая победа. Потому что, я не знаю, если вдруг каким-то неописуемым образом я закончу магистратуру и найду себе работу, которая будет оплачиваться миллиардами долларов США в секунду, тогда да, тогда я, конечно же, наверное, смогу что-то добавить. Но, скорее всего, нет. У меня была изначальная идея. Я знаю, это будет долго, муторно, но вот видите, иногда приходит Антон
и скидывает 1000 рублей в одном донате. До этого иногда приходил аркадный гоблин, скидывал тоже по 500 там, рублей в одном донате. Это редко происходит. Вот, и даже если Антон продолжит в том же духе, раз в месяц скидывать донат в 1000 рублей, это уже будет хорошо. Плюс еще там кто-то раскошелится, и в итоге это не растянется на миллиард лет. Ну, кто знает, может быть, вы там продолжите подписываться на меня платно, может быть, эти деньги то, что войдут, потому что, скорее всего, мы не насобираем на всю аркадную копилку до того, как у меня на Твиче накопится 100 баксов. Чтобы я мог их вывести. Вот, я опять-таки напоминаю вам, ребят, если вдруг вы смотрите меня на Ютубе, и у вас активен суперчат, вы можете и там Терла поддержать. Эти денежки, между прочим, пойдут. Вот, я взял и пластырь, и на с плюсом прошел уровень. Ну, это просто... Видали, как Терл может? А вы говорите, ну... Нет, профессионал. Давайте я передохну, а то у меня уже большой палец болит нажимать на кнопку, заодно пообщаюсь с вами в чатике. Сейчас, хочу закончить мысль. Что там, про аркадную копилку, да. А, так вот, эти денежки, у меня там просто накопилась какая-то сумма все-таки, какую-то рекламу YouTube показывает. Хотя с новым обновлением у него какая-то новая там еще история с показом рекламы. Не всем там что-то рекламодателям подходит, поэтому если ваш ролик имеет меньше 1000 просмотров, то, скорее всего, там и рекламы не будет. И Терл сидит, вообще кукует, ничего не может заработать до сих пор с Ютуба за все эти годы. Но если кто-то напишет что-то в суперчат за какие-то там деньги, это все вроде бы как добавится туда. И так есть вероятность, что когда-нибудь я эти денежки увижу, но это не точно. Такс. Такс, списали, Антон, с тебя. Ну, Donate Pay мне нравится чем, что там можно выставить, как я и сделал, что все комиссии оплачиваются не мной, а, собственно, человеком, который скидывает донат. Можно, конечно, чтобы я оплачивал. Вот я не знаю, какая там комиссия, но вот я прочитал, что вроде бы как было отключено. А сколько тогда тебя списать? У меня сегодня вообще история была замечательная. Я решил зайти на Donate Pay и посмотреть, как оттуда вывести деньги. И я вижу, что у меня на счету 0 рублей. Я такой, чё? Где деньги? Где деньги, Лебовский? Что за фигня? А потом оказалось, что там автоматически настроен автовывод денег. Когда минимальная какая-то сумма наберется, и там указано уже было. Мой WebMoney кошелек, я так, блин, пережахался. Вот это все прочитал. Но! Donate Pay. Я вот очень теперь задумаюсь на то, чтобы перейти на Donate Pay. Потому что я не знаю, какая комиссия. Если что, на Donation Alert 7% ваших донатов и сумма вашего доната идет в Donation Alert. Сколько Donate Pay, я не знаю, к сожалению. Вот, может быть, если Антон скажет, что с него списали. Я могу, конечно, поставить, чтобы я оплачивал эту комиссию, все вот это вот. Но вывод денег на WebMoney в Donation Alert 1.5% комиссия. А Donate Pay чуть меньше 1%. Это уже победа, я считаю. То есть ваши деньги все-таки будут в большей степени идти мне. Лично, а не каким-то сервисом. Ведь вы не сервис поддерживаете, естественно. Так, босс, блин. Ну ладно, что-то я очень долго общаюсь. Но вот такая была история. Азаза Little Home, привет. Привет тебе также. Ты говорил, вроде ноут хотел. Ну, я изначально типа хотел, наверное, ноут. Но это когда я говорил, енот? Это было... миллиард лет назад. Я говорю, что мой ноут уже скоро сдохнет. Мне, скорее всего, надо будет покупать отдельно ноут. Но ноут мне не нужен игровой. Он бюджетный. Я, может быть, себе смогу позволить и так купить. А для стримов, для рендеринга видео и контента, зачем мне ноут? Ну, мне не нужна какая-то мобильная машина для этого. Я дома этим всем занимаюсь. Мы с другом сделали сегодня взрыв пакета, пошли на склоны реки, находили щели ближе к краю и взрывали немножко. Ну, что сказать, больные ублюдки. Черт побери, странно, очень странно. А, хочется взять и пройти. Согласен, да, на мои жалкие попытки смотреть тяжелее. Так, какой уровень? А, все. Какой уровень что? Антон, я не узнаю теперь, какой уровень. Или о чем-то, хотя я даже не нажимаю кнопку бега. Она для слабаков, по сути дела. Вот тут вообще нельзя нажимать кнопку бега.
почему мы не бежим вообще? Ох уж этот медбой лютый. Еще игра фризит. Скорее всего, и трансляция сфризит. О, можно все уровни так проходить? Вообще не стараюсь. О, господи, давайте вы! Я в таких ситуациях могу вам сказать только одно. Давайте вы запустите трансляцию, будете общаться с чатом, стараться не пропускать ни одно сообщение, что-то рассказывать свое, и при этом, блин, проходить хардкорную игру. Которую вообще не очень умеете играть в хардкорную. Кстати, самый релармный, я вот вообще удивлен, что ты перестал, ну как, не удивлен, что перестал следить за моим точным, но мы тут, например, на Твиче проходили Lords of the Fallen. Я помню, когда я выпускал ролик Destiny 1, ты там писал, что вот теперь, наверное, что Bloodborne, кстати, возможно, и, наверное, нет, Bloodborne все-таки продается хорошо, в отличие от других каких-то эксклюзивов PlayStation 4, которые развивают PS Plus, но может быть... Все-таки игре уже тоже прилично. Может быть, в следующем году в PS Plus получим Bloodborne. Все дела. У меня, может быть, мог бы быть Bloodborne. У меня просто был один одногруппник, который хотел взять мою PlayStation 4 на время. Купить Bloodborne и Last of Us, поиграть в них. И потом он бы отдал мне, естественно, мою консоль. А эти игры уже есть на ней. И я мог бы сам это проиграть. Ну, Last of Us меня не очень интересует. Я его на ютубе, что называется, прошел. Был какой-то замечательный просто человек, который вырезал все катсцены и немножко геймплея. И это все как большой фильм трехчасовой смотрелось. Я посмотрел на это все, прикольно, но тоже не мое абсолютно. Ну, потому что там зомби. Давайте не будем забывать, что Террел ненавидит зомби. Вот. Ну и Bloodborne тоже, наверное, не мое, но вот... У меня такое ощущение, что из всех вот Souls игр Bloodborne мне больше всего понравился бы, если бы я в него играл. Потому что в Dark Souls там щиты, прочка, чепуха. А в Bloodborne более такой, что называется, динамичный. Нет! Да пошел ты в черт, разработчик, который сделал там эту ступеньку. Который пытался прыгнуть. Ничего не вышло. Просто пробежал уже. Ничего не страшно. А нет, в мясо. В кровищу какую-то. Ай, так, надо постараться. Сейчас же вроде босс, да, это я прочитал. 10%. 10% сожрало? То есть ты хочешь сказать, что с тебя... 97,7 рублей съели? Чё за жесть вообще тогда? Тогда мне не нравится Donut Pay. Состав. Фитиль, мощность петарда, изолента. Это про взрывы, я так понимаю. Музыку погромче. Дази, если я сделаю музыку... Не, давайте я сделаю вам в OBS просто громче, наверное. Если уж на то пошло. Так, вон, кстати, мубот спамит ссылки. Я на какое-то время забросил ютубчик. Жалко, я, кстати, знаешь, где тебя видел, Реларный? На форумах Напклаба. Пару раз тебя замечал там. Я то редко захожу в последнее время. Ну, заходил обычно, когда сам World of Warcraft возобновил подписку. Это было последний раз в июне. Там я замечал тебя в каких-то горячих новостях, обсуждениях. Ну, как минимум, там был никнейм такой же, Ари Ларо. И на аватарке был Мидбой. Путем несложных махинаций со своим мозгом я вычислил, что это, скорее всего, ты. Ё-моё, еще и белки какие-то лютые. Как я это сделал? Короче, блин, еще и 100% нагрузка на процессор. Игра фризит, я не понимаю, что творится. Когда она фризила, блин, мне как-то удавалось на изи проходить это начало уровня. А теперь что-то вообще дичь. Надеюсь, меня не запретят, как Майнкрафт России за ТНТ. Чё? А ты о чем ты? В смысле? Майнкрафт в России запретили за ТНТ?
Я таких приколов даже не знаю. Да ё-моё. Даже прошел, по сути. Он даже взорвался. И теперь мучаюсь в самом начале. Ну чё, он просто скатился, блин, на днище. Чавкающие звуки. Все, что мы слышим. Наконец-то. Нет! Зачем я сказал наконец-то? Ой, тяжелейшая ситуация. Так. Я не понимаю иногда, он не прыгает. Я нажимаю на X, блин, а он не прыгает. Наверное, вы сейчас пишете, я этого не вижу. Сосредоточься, Терл, перестань нести чепуху. Просто пройди, сколько уже можно. Ну, как минимум, в подобных ситуациях, когда мы в Хардстоуне были или где-то. Lords of the Fallen в том же, скорее всего. Ну, я, конечно, не прошел его, в случае чего. Lords of the Fallen. Не потому, что было тяжело, а потому, что в какой-то момент появились более интересные игры для трансляции, мне лично. И я подумал, что мы вернемся в Lords of the Fallen, но что-то как-то не возвращались, и я уже не вижу смысла туда возвращаться. По большому счету. Да, как я сейчас сдох? Я не понимаю, что происходит. Мне кажется, немножко из-за того, что у меня реально очень слабый процессор. Периодически игра офигевает от того, что сейчас нагрузка стрима еще идет на этот проц, и что-то иногда залипает она местами. Потому что как можно было объяснить вот эту мою смерть здесь, на пустом месте? Да, что-то я не понимаю там тайминга никакого. Что сейчас происходит? Он даже не бежит, он, блин, зависает в некоторых местах. Да блин! Ой, как же бесит. Как же бесит вот это все. Ну, больше меня бесит то, что вы там явно что-то пишете в чате, а я не могу. Не могу. Ну, я точнее могу, я мог бы читать только выборочно комментарии, которые пишут прямо сейчас, и забить на все, что я пропустил. Тогда бы я мог бы отвлекаться и какие-то комментарии вычленять. Так делают нормальные стримеры. Но я не могу. Вы же что-то важное пишете. Вас немного у меня. Надо вам уделять время. Так, на последнюю осыпающуюся стенку, вот, кстати, там был совет, нужно запрыгнуть, проехаться, отпрыгнуть обратно и перепрыгивать уже через пустое место без стенки. Последнюю осыпающуюся стенку нужно запрыгнуть, проехаться, отпрыгнуть обратно. Ну, попытаюсь это сделать. Щиты в соусе для слабаков. Ну, там перекат. Ну, короче, я имею в виду, что динамика в Bloodborne немножко другая. Все соусы проходил без щита. Правильно. Прошел босса быстрее тебя. Понятно. Короче, 58 рублей комиссия. Ну, 58 рублей, это, наверное, как раз те самые 7% и есть. Ну, на клапчип-то я не забрасывал. Ну, в интернете есть только один Реворон. Согласен. Короче, посмотрел Wonder Woman. Ты был прав. А, ну, это мне Моррисон пишет. То, что я вот тоже на неделе посмотрел Wonder Woman, и фильм, который вообще никаких впечатлений о нем нет, я не понимаю. И вот так хвалили в интернете, типа говорили, вот теперь DC Universe кинематографичный стало с колен, боже, 10 из 10. Ну ладно, окей. Прошлый фильм DC Universe был «Отряд самоубийц», который днище вонючее. То есть это явный минус минусов. А Wonder Woman это ноль. То есть это лучше, чем, собственно, «Отряд самоубийц». И в моем понимании лучше, чем «Бэтмен против Супермена». Потому что, я напоминаю, «Бэтмен против Супермена» это единственный, блин, фильм, который я в кинотеатре смотрел. И, ну, в смысле, это не единственный фильм, который я смотрю в кинотеатре. Единственный фильм, который при просмотре в кинотеатре у меня возникло желание просто взять и выйти посреди этого фильма. Потом стало лучше, конечно. Но все равно. А некоторые счастливчики, ну, которые называют себя счастливчиками, которые не смотрели «Бэтмен против Супермена» в кинотеатре, а смотрели уже режиссерскую версию, и там все якобы правильно и классно, вообще совершенно по-другому фильм воспринимается, я, к сожалению, не готов, зная
свой опыт общения с этим фильмом. Предыдущий еще и там 3,5 часа или сколько он длится, снова его смотреть. Вот час вообще просто завис, к чертовой матери, игра. Ну и блин, я говорю, вам изи проходить, а мне на слабеньком ноуте стримить, отвлекаться, еще и тупит игра местами. Но сейчас я сдох, конечно, со своих сил. Я, конечно, понимаю, что, допустим, у людей столько и мнений, и, может быть, кому-то Wonder Woman реально зашла, и кому-то и Batman Superman зашел, и отряд самоубийц. Ну, блин, есть у DC фильм «Человек из стали». Какой же классный фильм просто. Зашибенный. Он мне понравился бы, когда первый раз смотрел, и когда после Batman против Супермена я решил, такой, чё, типа, это действительно это продолжение вот этого, это те же самые люди снимают? Это оно? Почему оно мне нравилось? Может, я тупой был, когда смотрел? Нет, я его пересмотрел, абсолютно те же самые ощущения. Но я зарекся ходить уже в кинотеатр на DC-фильмы. Marvel зашибись вообще. Не все фильмы, конечно, уже теперь, когда их так много стало. Я вот, например, Доктора Стрэнджа не хотел бы идти в кинотеатр, и когда потом посмотрел его в домашнем, что называется, прокате, я не пожалел, что на него не пошел. Хотя, конечно, может быть, если бы я смотрел в кино, там, в, знаете, IMAX, которого у меня нет в городе, и эти все визуальные эффекты были бы супер крутыми. Но кроме визуальных эффектов, этот фильм ничего не имеет. Лучше чуточку, чем Wonder Woman, но все равно это не то. Так, что-то я не могу пройти это место. Который раз. Не место, все-таки. Надо просто сейчас опять начало все тупить, фризить. Как мне его пройти, когда оно фризит? Никак. Что я на самом деле не ожидал, что буду на этом боссе так долго морочить себе голову. И вам извиняюсь за это, но... Как видите, 3,5 моя оценка этой игре. Теперь видите почему. Потому что я даже не могу посмотреть огромное количество контента в ней. Но справедливости ради я закончил где-то на втором мире. С вентиляторами. Я вот вообще... Когда начались уровни исключительно на них, я понял, что ну вот в задницу. Там очень неудобно. Да что ж такое? Она периодически очень сильно ускоряется, видите, рывками. Это плохо. Тут, где нужно прям каждый пиксель, собственно, выцеливать, это непростительно. Поэтому у меня хардкор мод. Там Релар написал, что когда пройдешь последнего босса на хардкор моде, вот тогда узнаешь, и оценка изменится. У меня уже тут хардкор, чертов мод! Вот я сейчас даже не видел, как я оказался под этой пилой, блин. Я не знаю, как оно вам, ну, скорее всего, оно вам в таком же формате показывает. Хотя я все-таки захватываю не окно, а игру. Может быть, ОБС вам показывает в нормальном виде, вы не понимаете, на что я жалуюсь. Думаете, что это несет какую-то чепуху. Но, к сожалению... Я думал, что Super Meat Boy не настолько графонистая игра, чтобы... Потому что впереди нас ждут несколько игр, которые я вам не смогу постримить вообще никак. Увы. Даже несколько обзоров будет, которые вы мне напишите. Терл, а чё с FPS? Чё, урод? Вот прям есть одна замечательная игра, которую я недавно вот отмонтировал. Я думаю, блин, надо ее купить на PS4, скорее всего, по скидке. И перезаписать вообще, перепройти и геймплей записать по новой, потому что там вообще ужас. Я там пытался ускорить. Но я, блин, не знаю, с 12 FPS я проходил изначально и получил массу удовольствия. Гораздо больше, чем от вот этого, что я здесь сейчас вижу. Какое-то непроходимое место в самом финале. Опять там что-то зависло было. Да ё-моё, сейчас вы видели вообще, что происходит? Я надеюсь, что видели. Потому что если не видели, я хочу узнать, видите вы или нет. Just do it. Ну, к сожалению, Шайа Лабаф уже не тот. Ой, ну что ты можешь сказать про попытки Террела пройти этого босса?
Такс. После Souls, Lords of the Fallen, это Face Roll. Ну, возможно. Я не играл в Souls, поэтому для меня Lords of the Fallen был абсолютно новый опыт и довольно неплохо. Я понимаю, что Souls, скорее всего, сделаны лучше. Но... Курсор убери. А что, вы видите курсор? Вы видели все это время курсор? Это интересно. Окей. Папирус Свапфейл, привет. Я его с первого раза проходил. Ну, поздравляю. Ой, так вы не так уж много и пишете комментарии. Видимо, настолько все неинтересно. Ну, ладно. Ты так и суицидишься в последнюю стену. Потренируйся резко отпрыгивать от стены. А, так это была та самая последняя стена? Я думал, речь идет о финальной, прям вообще финальной стене. А, это что-то бег забыл вообще нажимать. Так, ну я даже сейчас отдохнул. По-моему, и ноут мой отдохнул. Оно перестало так сильно фризить местами. Так, ну теперь, если вы напишете какой-то коммент, сейчас прям, я его сейчас прям прочитаю. Изи! Где боссы-то? Мистер Стазис, привет, привет тебе. Да не, норм. Ну, что ж. По-разному, я же говорю, вы попробуйте. Дома-то в одиночестве я могу какие-то моменты пройти на ура. Знаете, еще подфартит, когда. Вот, так вообще прям замечательно. А попробуй. Куча внимания, еще ты нервничаешь, чтобы трансляция нормально шла, зная о технических проблемах. Еще пытаешься в уме держать, что не прочитал столько сообщений. Люди пишут, проявляют какую-то активность. Все вот это. Я же говорил. Ну, если бы ты сразу пояснил. Ой, не то, где? Вот это должен быть сейчас сэмпл здесь. Так, глава завершена. Светлый мир 20 из 20, темный мир 3 из 20, пластырь 3 из 20, варпы 3 из 4. Почти как моя оценка Супермедбою, но моя оценка больше, между прочим. Народ, кстати, у меня есть канал на ютубе. Ой, ну все, началось, мистер. Ой. Ты не в том месте ищешь поддержки и рекламы. Если бы меня смотрело миллион человек или там пару тысяч хотя бы, то был бы какой-то профит. А так вряд ли ты найдешь какую-то аудиторию. Вообще нет шансов. Часто подобные игры проходишь? Да, я не то чтобы прохожу. Я делаю обзоры. Мой канал «Аркадный обзор» называется не просто так. Каждую вторую пятницу у нас выходят обзоры таких игр. Сейчас, третий сезон «Аркадного обзора» начался, поэтому в ближайшее время каждую вторую пятницу. И у нас розыгрыш «Супермедбоя», между прочим, идет для Стима ключ под обзором самого «Супермедбоя», который вышел неделю назад. Вы можете поставить лайк, написать комментарий и принять участие в розыгрыше. Также у нас разыгрывается замечательная игра Castle Crashers. Вот ее я проходил даже не раз, на самом деле. И мы стримили ее 2 недели назад. Может быть, продолжим наше прохождение в стримерском варианте. А так я много разных игр на трансляциях прохожу. Вот, не знаю, Shadow of Mordor мы проходили на трансляциях целиком и полностью со всеми дополнениями. Недавно. Ну, кстати, насчет хардкора, этот Mass Effect Andromeda на безумие начал был проходить, пару трансляций у нас было. И, скорее всего, на следующей неделе мы продолжим это дело тоже делать. Так что там тоже хардкор. Как бы кто из вас не относился к Mass Effect Andromeda, я-то к ней нормально отношусь. Хочу платину там выбить. Вообще, на самом деле, в этом году, вон, я в Destiny первый платину выбил, прошел рейд без смертей. Until Dawn мы проходили. На все ачивки тоже платину выбил. Где-то еще была платина. Ну, у меня 4 платины. Одна в Rocket League. Изи там платина просто была. А где-то еще платина. Я уже забыл, на самом деле. Где? Ну, вот в Mass Effect Andromeda будет платина. Чтоб прям вообще быть крутым. Кто знает, может быть, я передумаю насчет Супермедбоя глобально. И будем на PS4 тоже проходить на платину. Конечно же, нет. Увы. Так, Undertale обозревал. Я не обозревал Undertale, но у нас, между прочим, этим летом я в первый раз в жизни играл в Undertale. Мы прошли на трансляции Undertale на нейтрал, на пацифиста и начали геноцид. Дошли до Undying, а дальше...
не пошли. Но у нас, как видите, у нас есть сбор средств, да, на аркадную копилку. Но можно поддержать Террелла и скинуть на похороны Undying. Это означает, что я когда-то накоп... Ну как накоп? Я уже там туда скинули были народ 1000 с чем-то рублей. 5000, короче, я поставил, что я готов разбираться с Undying, заморочиться, выучить ее паттерны и убить ее. Потому что так чисто для себя я, во-первых, не вижу смысла проходить геноцид. Это неинтересный вообще способ знакомства с Undertale. Он как раз про дружбу, любовь, вот это все. Я не понимаю, как здесь перепрыгнуть. Что-то я вообще в шоке. Вот, геноцид, он мне лично не интересен. Ходить, фармить мобов и два каких-то мини закрученных игры на двух боссах, на Undying, на Sans. Я видел, как люди проходят, и я не вижу в этом ничего. Опа, прошел. Ничего интересного. Но мы до Undying дошли. Вот, и люди там немножко поддерживают. И я сделал 20 траев просто так, чисто по фану. Ничего из этого хорошего не вышло. Но вот наш герой месяца, наш Ромул, наш второй теперь человек лучший на планете, свои огромные донаты, 1000 рублей, 977 рублей, скидывает туда. И там уже приличная сумма набралась. Если поддержите, то не наберется 5000. В любом случае эти деньги идут в аркадную копилку на мощный комп, но прям с тем прицелом, чтобы я с Undying сразился и дошел до Санса хотя бы. Вот, то я буду обязан просто это уже сделать, так как... Ну, кто знает, может быть, вы ничего делать не будете, а вот Антон продолжит свои донаты скидывать раз в месяц по 1000. И где-то к ноябрю, к декабрю мне придется с Undying сражаться, да. Так, сейчас, ребят. Да чё-то я не понимаю, как там сманеврировать в воздухе, чтобы все было хорошо. Но это я еще проходил, это еще нормальный уровень, я считаю, адекватный. Так, очень много комментариев, нужно отвлечься на них. Так, и пиарит свою Вангая в комментах, это зашквар. Ой, да вообще, на самом деле, пиарить в комментариях любой трансляции это зашквар, вот. Я сам не очень люблю. Мне приходится в разные, знаете, там, паблики по конкретной игре, которую я обозревал, скидывать обзор. Мне так стыдно от этого. Если бы вы просто скидывали друзьям, делились, чтобы люди сами находили. Вон я на Stop Game поскидывал свои обзоры, там заминусили. Кстати, какие-то добрые люди поставили были плюсики на обзор Castle Crashers. Теперь он не в минусах, а в нуле. Прям как чудо-женщина в моей системе оценок киношный. Да ё-моё. Что? Как? Вниз надо спрыгнуть, я вижу. На ступеньку. Скорее всего. Но я не могу туда тоже завернуть. Здесь надо как-то вырулить. Видимо, профессионально. Слишком высоко на стену не запрыгивает, ты по дуге отпрыгиваешь головой, а потолок ударяешься. Ну, это, видимо, я, как обычно, в свое время начитаю. Там нужно аккуратно над ямой пролететь. Так, фанат Мидбоя. Да он вообще проходил эту игру вдоль поперек, он шарит абсолютно. Так, сколько часов? Ну, мы показывали в статистике, сколько часов. Ну, сейчас сам ответь. Так, твой лучший друг в этой игре — это Shift. Ну, мистер Стайс, проблема в том, что я играю на DualShock 4 геймпаде с PlayStation 4, тут нет шифта. Ну, хотя есть шифты, бамперы, типа. Ну, ладно. Ты про бег, скорее всего, говоришь. Давайте посмотрим на это безумие. Сколько было траев. Чё-то я вот стою, туплю. Ну, не всегда, мне это говорят, 90% времени, видимо... А чё, серьезно, блин, я не на А с плюсом прошел этот уровень, только потому что я сидел, читал комментарии, а потом решил побежать. Вот это зашквар, конечно. Да. Undying легкая, главное, чтобы последней атаки не было, типа, больше критов наносить. Ну, спасибо, Папирус. Я не сомневался, что человек с никнеймом Папирус или какой-то другой никнейм, похожий на персонажа из Undertale, скажет, что на самом деле Undying легкая.
Но ты сам видишь, как я играю, поэтому для меня она ни разу не легкая, а тем более мне неинтересно ее убивать. Тералд, Hyper Light Drifter смотрел, обозревал, играл. Самый релан. Ты же фанат мой. Был ли у меня аркадный обзор на Hyper Light Drifter? Нет, нет. В Стиме у меня в библиотеке нет. Я не играл. Я знаю, что это такое. Ничем не лучше этого вашего мидбоя. На самом деле. Поэтому не мой тип абсолютно игр. Ой, вот этот уровень я проходил 20 тысяч лет, я помню. Поэтому, скорее всего, я его прошел как случайно. Может, у вас есть советы по этому поводу? Как здесь хорошенько проскочить? Я помню, что тут я разобрался был, а потом вообще дичь. Я даже подумал забросить мидбой уже на этом уровне. Но потом все-таки решил дать еще себе время на раздумье. И прошел подальше. Да ё-моё. Так. Что-то в конце какая-то лажа. Нормально. А, мне так стыдно. Ну, что ж, ну я тебе говорю, у нас тут не супер много народу, чтобы пиариться. Вообще плохой вариант. Никуда не годный, отдачи никакой. На последнем прыжке нужно в середине прыжка разнуться обратно с правой стороны горы. Понятно, это про тот самый уступ, который я уже видел. Так, с... Что же делать? Заказывать пиару ютуберов, хотя бы у которых 1к подписок неудобно. Так и ютубер... У меня 1к подписок. Ты что, у меня много просмотров от этого? Вон ролик неделю лежит, 40 просмотров. Лол. Я даже субтитры туда добавил на английском языке, чтобы аудиторию новую, англоязычную, как-то к себе. Но толку-то от этого. Так. Клава топ для мидбоя. Ну, не знаю, мне он говорят, что дно какое-то. Можем попытаться на клаве побегать. Правда, это мне неудобно, у меня клавиатура к ноуту, а ноут сбоку. Вообще. Так, ну там хвастовство ставится про то, что он просто прошел все, что только можно. Все главы в светлом мире. Этот хардкорщик. Голос приятный. Спасибо, Папирс. Я не знаю, почему нравится мой голос, но люди бывают, собственно, разные. И кому-то нравятся какие-то тона. Я считаю, что у меня недостаточно мужественный голос. И, например, если вы знаете такого человека, Will of Games, мне кажется, у него огромная часть аудитории именно из-за того, какой у него замечательный голос. Мне его голос нравится, например. Но я его не смотрю. Я не могу. Он очень... Он игрок хуже, чем я на чистоту. Серьезно. Может, он хороший человек, у него... есть возможность всяческие штуки творить прикольные. Вот. Там косплеит прям под игрушку. Как я сейчас вообще не подох, видали, MLG? Давайте еще раз посмотрим. Вот, и голос у него реально зачетный, но. Вот. Неважно. Неважно! Примерно запомнить места на стенке, на которых нужно отпрыгивать. Ну. Тут, кстати, хочется напомнить, что на ютубе задержка адская, как обычно, поэтому... Во! Началось! Как? Объясните мне, что нужно делать, чтобы нормально летать на этих воздушных хренях? Ничего не жать, и он подлетел? Или надо что-то зажимать, надо какой-то прыжок делать? Вот я сейчас X зажал, вроде подлетел. Вот я как-то вообще не понял вот этой истории, я постоянно сваливался вниз, мне это бесило. И дальше будет еще хуже. И я просто ненавидел вот это дело. Вот что, сейчас с самого начала. Класс, просто жесть. Надо просто механику этой игры понять и все. Ну вот я пытаюсь сейчас понять. Или сейчас про Hyper Light Drift, потому что опять понимаю, что лучше все-таки смотреть меня либо на Твиче, либо вообще на публичной странице Арканобзора ВКонтакте. Там говорят, обычно задержка где-то секунду-две. А на Ютубе, к сожалению, большая задержка. Ну так, я стримлю сразу, куда только могу. Ой, так, единственный враг будет во всех уровнях, это только новизна уровня. Согласен. Так, 2-10 минут, прошел уровень. Наверное. Ну, я же говорю в обзоре, если долго мучиться, что-нибудь получится. Сто пудов. Но проблема в том, что ненавижу получать кайф от того, что ты... что над тобой издевались, а ты смог преодолеть. Я люблю игры, где построен на том, что тебе классно, даже есть какие-то трудности, то они классно сделаны,
В том плане неинтересно сделано, увлекательно, многообразно, все такое. Я жаловался на ту пещеру в покемонах, которая перед Лигой чемпионов, блин. Четверки элитные, которые тоже сделаны через задницу, к сожалению. Вот. Вот это я не люблю, когда так делают хардкор. Мидбой, он, конечно, специфический. Он как раз играет полностью на этом, и в этом его фишка. Но в этом-то и проблема, что получается этой самой фишкой он меня от себя немножко отворачивает. Но при этом, я же говорю, мне нравится антураж местный. Это вообще идея просто супер крутая. Мясной пацан, бинты какие-то, зародыши, дичь происходящая вообще. Сам мир Мидбоя, он классный. И я много таких игр знаю, которые мне так нравятся, но чисто игры механические, это прям какой-то ад для меня. Ох, Стадис, как ты много пишешь комментариев, ничего не успеваю прочитать. Стараться держаться как можно ближе к центру вентилятора. И все, это единственный способ. Самое, да, ну короче, тоже не любит Стадис вентиляторы, чтобы он разогнал типа сильнее. Вентиляторы понятно, им сложно управлять. Я давно Мидбоя проходил, не помню, как с вентилятором. Плохо, плохо. Самый так, знаете, опаснее вообще-то нет. Нужно просто прыгать, как можно снизу прыгать наверх. Если ты будешь прыгать на вентилятор сверху, ты его просто не успеешь становиться, и тебя разрубит вентилятор, либо ты будешь парить в воздухе. Сколько у тебя пластырей? У меня там 4, по-моему. В первом уровне было написано, что там 4 я из 20 взял, и типа того. У меня мало пластырей. Я же говорю, мне просто уровень бы пройти, будет уже победа. А на время и еще и с пластырем, не, это уж вообще не та схема. Для начала нужно не перепрыгивать струю насквозь, чувствовать область, которую он ускоряет. Уже потом пытаться начинать ускорение, как можно уже с вентилятора. Так. Модеров нет. Ну, чара была, на самом деле. Дази есть у нас. Он хоть на Твиче, и может его уже нет, он сбежал. Но он тоже модер. Вот, а так, да, модеров у нас на Ютубе почти нет, а те, кто есть, никогда на Ютубе ничего не смотрят. Или приходят на время и уходят. Но я не то чтобы очень часто транслирую на YouTube. Я, во-первых, не могу транслировать игры с PlayStation 4 и на Twitch на YouTube, например. Вот. Только куда-то в одно место, и это место я выбрал Twitch. Вот, а во-вторых, вообще с записью трансляции на Ютубе, когда я рестримлю, и сюда есть какая-то дикая проблема. Они чаще всего обрабатываются через задницу почему-то, и их нельзя потом смотреть в записи нормально. Но у меня есть плейлист скрытый, запись трансляции. Я туда стараюсь с Твича все перезаливать. Там, конечно, просмотров нет вообще никаких, потому что, во-первых, он скрытый, во-вторых, кто вообще будет смотреть записи моих трансляций. Вот, а во-вторых, ну, я вообще заметил, раньше было такое, до стримов по Undertale, между прочим, что когда я транслирую что-то на YouTube, от меня отписывается как минимум один человек. Поэтому я в свое время перестал вообще стримить на YouTube, плюс еще этот странный баг с обработкой. Но вот когда я Undertale начал стримить, и решил попробовать его и на YouTube еще стримить параллельно, то выяснилось, что на YouTube у меня Undertale смотрела куча нового народу, и было даже больше, чем на Твиче. Вот, и это был свой профит. Я поэтому начал потихоньку возрождать трансляции и на YouTube. Но вот что касается игр, которые в обзоре были аркадным, то 100 пудов они должны быть стримлены, если это не Джорни, который на PlayStation 4 эксклюзив, поэтому я, соответственно, не мог стримить и туда, и туда. Но потом залил в открытый доступ запись. То это другое дело, это надо, потому что я обещал, и все, вот. Ну, посмотрим, поэтому у меня модеров здесь особо и нет, они особо и не нужны, в общем-то, мне, ну, это что ж такое, что оно меня сдувает, я не знаю, как этот уровень пройти, я добираюсь сюда, и чё, как мне, о, смотрите, каким-то рандомом, еще и игра зависла, к чертова матери, зафризилась, я упал, зашибись. Мне рандомом каким-то повезло туда попасть, и тем же рандомом
игра подглючила и меня скинула. Потому что я-то думал, что я все уже. Оказывается, нет. Пережал кнопку и свалился. Просто жесть какая-то. Так, качество прохождения, после того, как открыл персонаж The Kid, часов марафона, поэтому уровня мне хватило. Тут есть кит, неплохо. Ну, я знаю, тут открываются разные персонажи, но так я открывал был только Commander Video. Вот. Я даже не знаю, какие тут есть персонажи, какие-нибудь способности. Боже, я не могу, давайте попытаюсь посмотреть, что там в чате происходит. Вы уже между собой там общаетесь, правда? В основном. Но может кто-то заглянул, надо поздороваться. Нет, вроде никого, но... Так. Он постановил немного делать так. Меня у него около 4. Ну, по-моему, да. А так, ну, блин, 71 пластырь, это серьезно. Я закончил свое прохождение, просто... А, это релард. Понятно. А, то есть ты реларды прошел не все, а здесь еще этот чертов супер мидволт есть, который я вообще не понял, что там представляет из себя. Это был третий уровень. Так, ничего не сохранилось. То есть есть проблемы еще и такие, что прогресс не сохраняется. Я бы, да, тоже с ума сошел, если бы я прошел этот уровень с вентиляторами. А потом игра вылетела, и мне пришлось бы проходить не только его, но еще несколько уровней. Ой, жесть как. Ну вот что? Я еще вообще ничего не жал. Я просто сделал прыжок. Я ненавижу эти вентиляторы. Они мне заруинили всю игру. Тогда... Нет, нас плюс. Фух. Ой-ё. Что тут надо делать? А, наверх, короче. Вспомнил. Так. Пластырь! Окей, это был путь к пластеру. А теперь я сдох. Замечательно. Зашибенно. Терл, ты на второй вентилятор слишком высоко запрыгаешь, нужно прыгать чуть пониже, чтобы чуть ближе к вентилятору. Так я же от стены там отпрыгивал. Вот в чем дело. То есть это единственный был способ так отпрыгнуть снизу, чтобы я вообще долетел туда. Я не знаю, как там... вообще было регулировать. Ничего не понятно. Так, а что там сбоку было? Секунду, я увидел, может, там еще один пластырь был, или варп-зона. Ну и, блин, проблема еще в том, что из-за задержки Ютуба ты обычно мне пишешь хороший какой-то совет, когда я уже сам все прошел. Так, газбосс в хардмой достаточно пройти 80 уровень в темном мире, вообще-то нет. А? 75 пластырей. Стоило мне подойти, как на плюс проходишь. Ну, возможно... Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Короче, наверное, так и будем поступать. Вы там так много комментариев пишете. Я обычно к этому не привыкший. У меня тишина обычно в чате происходит. Что я буду читать те комментарии, которые ухвачу. Это делают нормальные люди. Если что, можете повторять. Если прям мне пишете, а не реларному. Или кому-то еще в чате. Да, ё-моё. Так. Вообще, у меня редко, на самом деле, кто-то общается между собой в чате. Наконец-то я дожил уже до этого, что зрители в чате общаются уже на свои темы какие-то. Они хотят, Терл, вот, тебе это нужно знать срочно, ты нуб. Я такой, окей, спасибо. Всегда знал, что вы меня поддержите. Короче, когда я в воздухе, я только сейчас осознал, зажимаю бег, я каким-то образом дальше лечу. Хотя это не имеет никакого смысла. Так, черт, пластырь, короче, впенило. Не получается. Не повезло, не фартануло. Там какая-то хрень. А, или там как раз девочка пластырь находится. Она, я думал, она сверху просто. Так, чё ж ты говоришь? Ну, Биара, во! Во! Вот это старая школа фанатов Террола.
Ну, что я могу сказать? Другой бы нормальный стример сейчас бы сказал, забаньте его. Пусть идет в пень. Все дела. Но я-то не могу. Субскрайбер. Герой месяца. Второй лучший человек на планете. Кстати, так я не прочитал твой отзыв насчет твоего серебряного никнейма. Но... это уже не моя, блин, проблема. Пластырь для нубов. А Терл, как известно из сообщения Ромула, киберспортсмен. Поэтому... я не понимаю немножко, чё я не лечу вверх. Сначала в пиратку играл, потом в стиме увидел скидку, игра стоила 30 рублей, сразу купил. Ну вот, кстати, на самом деле, я смотрел, в стиме там реально часто на Супер Мидбой есть скидка 90% аж. А так, ну я не знаю, у вас там, наверное, в России все попроще. Это у нас, Украина, вся Европа. 8 баксов стоит Супер Мидбой. 8 баксов! Мы разыгрываем ключ от Супер Мидбоя, напоминаю, не в самой трансляции, правда. Но можете там... на ютубе обзор недельной давности на Супер Мидбоя, поставить ему лайк, написать комментарий. Когда у вас таких замечательных людей там наберется 20 человек, мы разыграем ключ. То есть спустя 20 лет, возможно, есть смысл купить на распродажу в стиме. Так будет быстрее. Вот, и опять-таки я хочу поднять историю о том, что вот люди некоторые тоже ставят лайк мне, пишут комментарий, что классная игра, там все дела, но мне игра не нужна, уже есть, в розыгрыш не участвую. Но, блин, когда я буду выбирать победителя, эти комментарии, эти участники тоже будут. Ну, как я буду? Я, наверное, вот, когда там наберется 20 разных комментов от разных людей, мы как-то сгенерируем случайное число, и коммент под этим номером будет победитель. Ну, или, не знаю, раньше был прикольный сервис чисто для розыгрыша на... Ютубе, я им пользовался в свое время, но потом он поломался, во-первых, и его забросил. Может быть, сейчас что-то есть такое хорошее, может, не посоветую. Вот, это во-первых. А во-вторых, ну ладно, я уже вчера это просто говорил, повторю. У вас игра уже есть, вы ее знаете, все здорово. Но может быть, у вас есть друг какой-то, у которого этой игры нет. Вы могли бы выиграть и подарить ему эту игру. Конечно, в идеале было бы, наверное, здорово, если бы в конкурсе выиграл человек, который всю свою жизнь хотел эту игру, у него ее не было. Не знаю, ему религия не позволяет, или прям вообще все очень плохо. Не можешь себе приобрести. Вот, все такое. И он побеждает, и просто слезы на глазах. Он речь маме, папе говорит, стоя на сцене, получая от Терла ключ или гифт игры, в зависимости, что там, в каком видео у меня есть она. Но, к сожалению, видимо, это не судьба. Как что-то не судьба пройти этот уровень. Я не понимаю. Когда я иду за пластырем, у меня получается лучше здесь. Оп, 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 оп. Так, и там какие-то чертовы вентиляторы. Нет! Нас плюс. Я говорю, пластыри для нубов. Терл, сразу с первого на второй вентилятор в этом уровне прыгать не стоит. Да я уже понял, да, что вот так, таким способом хорошенько можно пройти. Потому что я его не писал. Ну вот именно, я же хотел узнать твое мнение, а ты как-то не... Лол взял на себя телефон, скачал фразу, которая мог ответить на любой вопрос. Это что-то интересное. Так, да, нажатие ускорен лично, по моим ощущениям, влияет на скорость, но это не точно. Это точно, это то. Я сейчас это прям ощущал при нажатии. Что дальше намекает? Киберспорт по мидбой. Да я уверен, что есть какие-то турниры, типа, на скорость проходить, на спидран. Вот бы сделать кооператив, вторая часть мидбоя. Да мне кажется, это будет мешать, потому что даже в хардкорных уровнях Реймана кооператив обычно мешает. Вы друг другу. Просто, хотя... если будет кооператив, но при этом персонажи никак не могут между собой взаимодействовать, это не будет мешать. Но при этом, видите, тут все, так все быстро, кто-то один не успел бы сейчас перелететь, он бы умер, что ли, или как, сплитскрин. Мне кажется, это трудно, хотя могут придумать все эти инди-разработчики лютые.
Так, 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 так. Кстати, кто не в курсе, вторую часть анонсировано выйдет 2018 на Сеге, вроде бы. Что? Вы не правы, всего доброго. На какой Сеге, блин, вообще? Мистер Стазис, ты о чем вообще? Какая Сега? Сега, нет консолей Сеги еще с начала 2000-х или когда-то. Ну, ты, наверное, имел в виду Nintendo Switch, но... Она выйдет везде. Изначально ее вроде бы как хотели сделать эксклюзивом для мобильных платформ. А вот была недавно... Ой, что-то все вообще. Загрузка процессора 100%. Как хорошо, что я не играю в этот момент. Все, фриз, салюта. Вот, ну вот, да. Я видел трейлер Super Meat Boy Forever. Как раз постил его на публичный сервис аркадного обзора ВКонтакте. И говорил, ой, как в инфоповод прям попал мой обзор. Никто заранее это не планировал, естественно. Такс, 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 что там еще вы писали интересного? Терл, по цены, в Рашке она под скидоном 10 рублей стоит, 10 рублей, серьезно, 10 рублей? Офигеть. Круто вам, круто вам. Так, 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 10 рублей, ладно, поймал, про 14, понятно, понятно. Вот тупо самоделки из интернета. А там все? Ну потому что там есть ачивка даже какая-то. По поводу прохождения Super Meat Worlds. Так, 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 так. Периодически до на 90-95 летает, 4. Ну, я видел у себя в библиотеке, там же новости, ну, в стимовской. Там же какие-то последние важные события. О, это что за дичь? Там были пару записей, что типа скидка на день 90%. Ну, что ж поделать. Я приобретал ключ на Super Meat Boy, потому что никаких скидок не было. А сейчас же, блин, еще Габен поломал мне всю возможность на какой-то скидке вам за 14 рублей купить Super Meat Boy и отложить его в инвентарь, потому что она сразу отправляет друзьям, к сожалению. А 8 баксов за full прайс, когда ее можно купить за 14 рублей, знаете, это действительно не имеет смысла. Не на с плюсом, но хорошо, довольно близко. В сравнении с прошлыми. Так, так, так. Там один или два DLC бесплатных, но в основном самоделки. А, ой-ой, это что за ублюдки? Так, ну это я еще проходил. Я помню их. Пока я не вижу для себя... Ну, я не добрался дальше, чем 4 года назад. Так, а что там? Тупик? Как здесь надо вообще? Можно я буду писать в LS в Steam, каждый раз вылетает игра при сворачивании. А, ты еще играешь параллельно, Антон? Черт, зачем я тебе челлендж какой-то кинул? Ну, хорошо, что мы не спорили ни на что, поэтому не важно. Неважно. Вот. Ну, можешь писать в LS в Steam, конечно. Если тебе так удобнее. Чё оно вылетает-то при сворачивании? А? Вот, 3.5 вылетает при альтабе. Куда это годится? Как раз оценка 3.5 в системе оценивания аркадного обзора. Это хорошая игра, но с некоторыми явными недочетами. Вот недочет. В альтабе вылетает. Я об этом даже не знал, но предчувствовал заранее. Хотя, может, это какие-то твои локальные проблемы, возможно. Какая-то, может, у тебя Windows 10, а Super Meat Boy для него не готов. Или Linux вообще какой-то. Так, ладно, не важно. А! Чё за... Как я упал? Куда идти-то вообще? Ничего не понимаю. А? Не то. Они что же куски мяса? Сам-то недочет, пишет. Я не знаю, вы, наверное, не видите комментарии, да, Антона? И правильно, все, никто. Я могу их игнорировать теперь официально. И никто не докажет, что я что-то игнорю. Так. Да почему там дырка, блин? Как я должен это понять? Для меня это как будто платформа подоскосок стоит, на которую можешь запрыгнуть.
Ой, ну завтра зато, я думаю, будет попроще на стриме. Во-первых, вот так тупить не будет, проц. Господи, чё он так сейчас нагружен на 100%? Как будто мне донат кидают, и там анимация лютая прогружается. Но нет. Чё-то я не пойму. Куда? Тут идти. Нет! Вот дерьмо. Ой, понятно, короче, суицид. Потому что завтра на PlayStation 4, я же говорю, не будет таких лютых траблов с железом. Плюс я это уже сегодня прошел, натренировался. Так что здорово. Вот, но если что, если хотите завтра посмотреть еще раз на мои страдания в мидбое, то тогда придется зафоловиться на Twitch. Ну или хотя бы прийти на Twitch, ссылка есть в описании на YouTube. Вот, потому что буду играть, например, на PlayStation 4, а с нее я могу транслировать либо только на Twitch, либо только на YouTube. Я транслирую на Twitch, потому что там обычно веселее. Обычно, не все. Сегодня веселее у нас здесь. Я уж сам видел Steam с 30 рублей, в тот момент я и купил. Ну вот, 30 это не 14, конечно, поэтому ты все-таки в два раза переплатил. Пойду, удачи. Ну, спасибо. Спасибо за то, что был сегодня с нами здесь. Заглядываю еще, может, на другие трансляции, на ролики там. Все-таки стараюсь. Опять-таки делаю все монтажи на этом же самом слабом железе. Поэтому и страдаю. Вы думаете, сделать обзор на Super Meat Boy так просто? Попробуйте это сделать на моем ноуте. Еее! А, плюс! Папирус, небось, ушел с нашей трансляции. Сейчас возвращается, а там а плюс. Все дела. Так. Тем временем уже почти 2 часа идет трансляция. Ой-ё. Твою мать. Реларн, ты не сбежал еще от нас, я надеюсь. Ты вчера в комментариях предположил, что... Скоро будет обзор на Айзека, но я не буду это подтверждать или опровергать, но я типа написал, что там выбор невелик, в принципе, и ты упомянул, что Эдмунд Макмиллан делал еще несколько игр, о которых я вообще ничего не знаю, может быть, расскажешь про них, может, мне стоит на них обратить внимание, может, они не все такие поехавшие, как Мидбой, хотя, скорее всего, нет, скорее всего, у него только так. Не может быть. Чё? Куда идти? Так во тьме. Чё держусь? Ну я представляю, как тебе тяжко наблюдать за тем, что ты видишь. Вообще-то. Так, тут все очень плохо. И скиллом и не пахнет, но, к сожалению. Как могу. Стараюсь. Не забросил. Я мог бы спокойно сказать. Ну ладно, короче, Super Meat Boy, полное дно. Игра полнейший шлак, все такое. Сами играйте. Но я так не говорю, потому что я так не считаю. Вот, и стараюсь. Проблема только в том, что... Даем... Сколько? 3 раза подряд там сдох. Ну чё он не прыгает-то, господи. Ой. Есть иногда проблема. Мне кажется, это у Super Meat Boy проблема такая. Я помню ее еще по временам, когда играл в первый раз. А, наверх тут надо было. Когда ты сразу сходу разбегаешься, он не прыгает почему-то. Это редкая проблема, но она иногда случается. Так, сейчас был рекорд мой. Да, вот сейчас я сразу зажимаю бег, и он из-за этого не прыгает. И это странно. Мне кажется, это какая-то... Боговая фигня. Да блин. Мне кажется, вообще бежать не надо. Мидбой! Дно игра, сами играйте в это. Гиш, это его первая работа. Там больше не на спиной мозг, а на обычной головной. Ну, насколько я понимаю, Гиш, там какая-то такая капля черная. Вроде бы как. Но она тоже, наверное, какой-то платформер, типа того. Так, спасибо, Антон, я знаю этот собачий язык, которым ты пишешь. А это все 3.5, пишет Антон мне.
Ну, потому что такова оценка моя, да, я считаю, абсолютно заслуженно. Понимаешь, Антон, могло быть 3, но 3,5. Согласись, 3,5 это лучше, чем 3. Если разбирать, то 5 я ставлю только тем играм, которые вообще просто все, кто любит видеоигры, обязаны в это поиграть и понять, что это такое. Это пятерка. В Super Meat Boy не обязаны все играть. Потому что это все-таки нишевый продукт изначально, и он нишевый. Вот я не целевая аудитория Super Meat Boy по умолчанию, поэтому не 5. 4,5 это если у нас игра супер классная, супер крутая, но тоже ее не обязательно. Но, как видите, я не считаю Super Meat Boy супер крутой игрой, поэтому не 4,5. 4 это хорошая игра, но с мелкими недочетами. Но я вот считаю, что у Super Meat Boy есть много недочетов. Возможно, Super Meat Boy заслуживает 4. Все-таки не настолько много недочетов, но, понимаете, я не смог увидеть игру. Видели по прогрессу, 10% только прошел. И не смог дальше пройти. И видите, я и тут уже, я еще не дошел до того момента, где закончил, и уже испытываю большие проблемы. А это означает, что, ну, есть недочет именно в этом. Что... Вот почему, например, я понимаю, наверное, почему, но если 20 тысяч раз игрок зафейлился на уровне, почему не дают возможность скипнуть этот уровень и пойти на другой уровень? То есть не засчитать его как пройденный, оставить его не пройденным, но пойти попробовать другие уровни. Может быть, я наловчусь, я попаду в схожие ситуации, на схожие уровни, там я пойму кое-что, поумнею и смогу нормально пройти этот уровень. Почему нельзя? Или хотя бы какое-то ограниченное количество скипов. Там, допустим, у тебя есть 3 возможности пропустить уровень, который ты не можешь пройти его железобетонно, как это я сейчас. И до этого не мог пройти, и долго, собственно, мучился, что-то получилось. И если я там буду несколько уровней проходить на А с плюсом, мне еще плюс один скип дадут. И если я их все истрачу, то тогда будьте любезны. Блин, вверх надо было, господи, сейчас я уже забыл об этом. Черт, заруинил хороший трай. Вот если бы так сделал этот Макмиллан и его команда, тогда бы было бы 4, 100 пудов. А так я просто ограничен контентом, если я не могу пройти конкретный уровень. Да, можно пойти в этот Super Meat Vault, если он игра как раз. Если эти уровни бесконечно из интернета и там потренироваться. Но там вообще дичь периодически. Поэтому, к сожалению, хоть и для слабаков такой вариант, но он бы мне хотя бы показал бы больше контента. И тогда я, может быть, втянулся бы. А так, к сожалению, ну, плохо, плохо. Я же говорю, в своей концепции, в своей задумке Meat Boy очень классный. Но, к сожалению, далеко не все могут в нем разобраться и много пройти, и получить тонну удовольствия. Я как раз тому живое подтверждение. Причем зайдите, посмотрите на обзоры Meat Boy в том же самом Steam'е. Там все обзоры о том, как человек, который этот обзор писал, сквозь боль, сквозь пот, сквозь кровь проходил Meat Boy'а, разбивал геймпады, мышки, клавиатуры. Это ж ненормально. А большое спасибо Дима Гусев за то, что подписался. Вот видите, Дима Гусев оценил. Оценил. Привет тебе. Привет. Так, давайте я почитаю комментарий. Так, Гишет платформер, но там нет такого сильного таймера, который прижимает. Ну да, еще, кстати, таймер. Ух, я и забыл на самом деле, что все на время надо еще. The End is Nigh вышло в этом году. Говорят в комментах, что по ощущениям замедленный медбой немного легче. Ну, может быть, The End is Nigh, или как она считается, мне лучше зайдет. Надо будет посмотреть. Я так понимаю, ты его сам не пробовал. Такс. Все, у меня съехало. Нужно мозгами думать, пройти дальше. Привет, Терл, я много пропустил. Привет, Олесь. Привет. Да, ты действительно очень много пропустил, но я рад, что ты заглянул на эту трансляцию. Пускай она не самая лучшая, но посвящена Super Meat Boy, на который неделю назад вышел
обзор. Если ты его тоже пропустил, то поставь, пожалуйста, там лайк, напиши под ним комментарий и примешь участие в розыгрыше Steam ключа Супер Мидбоя. Хотя мне тут и говорят, что его периодически можно за 14 рублей купить, но у меня так дешево никогда не бывает. И Steam ключ зачем-то я для розыгрыша приобретал. Ну и то же самое касается и обзора по Castle Crashers, там Steam Gift разыгрываем. На босса нужно 17 или 16 уровней пройти из 20. А, то есть есть какой-то скип. То есть, подожди, я могу сейчас не мучиться. Но я могу сейчас не мучиться, потому что я проходил этот уровень. Это нечестно сейчас будет, наверное, если я просто выйду и пойду на другой уровень. Но... Ну, я могу так сделать. Я его уже проходил. Мне нечего вам доказывать, все такое. В любой момент выходи, level select, проходи, какие хочешь. Да? Ну, короче, значит, я... не прав. А так, с Димой Гусев, да, привет, читай чат. Там, где ты убиваешься, можно толкнуться от стены, а с обратной стороны не в тупую и пытаться перепрыгнуть. А как мне к этой стене подобраться, я не понимаю. А, Барт Ностальгия, привет, привет и тебе также. Так, мне кажется, у меня есть телефон на столе, который мне может помочь следить за чатиком на Ютубе, как минимум, своевременно. Потому что у меня тут очень мало сообщений, я могу одновременно видеть в том чате, который вводится вам. И его неудобно крутить вверх, скроллить, я имею в виду. Иногда он, сам понимается, опускается. Нет, Терл, я в такое не играю. Вот, правильно, Олеся, вот здесь ты права. В Супер Мидбоя играть. Да. Видите, вот Олеся тоже не... абсолютно не аудитория Супер Мидбоя. Поэтому не 5 и не 4,5, и не 4, а только 3,5 оценка моя. Эп, эп. Так, давай. Вот от этой стены. Да ё-моё, ещё это уроды какие-то. Может быть, их нет на телефоне? Вот этих уродов нет? Тогда это очень легкий уровень становится в таком случае. Да что происходит? Антон, как там у тебя дела? Выбил уже все ачивки? Так, там стенка в воздухе, которая с двух сторон обходит капли. Потом ты по ней с одной стороны забираешься, пытаешься допрыгнуть как можно дальше. Надо прыгнуть с другой стороны и отпрыгнуть в нее. А! Слишком много слов отпрыгнуть, я уже запутался. Мне еще туда надо дойти, видишь, у меня проблемы с этим. Или взять, реально скипнуть этот черт твой. Что-то он мне не идет. Может, я его и не прошел, если можно скипать. 4 года назад было. Да, ё-моё. Сейчас еще пару траев сделаю. Для начала. Вот тут что надо сделать? Да блин, ну почему он не запрыгнул? О, калит. Начинает уже пригорать от этого мидбоя. Мне просто... на самом деле еще палец большой уже болит. Нажимать на X. На прыжок. А когда уже начинается физический дискомфорт, то логично, что фан... Вот что сейчас было? Я жал на прыжок. Уже, походу, и X поломан. Эрл Топ, ну спасибо, Олесь. Сейчас, правда, конечно, то, что происходит на экране, совершенно не коррелирует, что называется, с твоим заявлением. Да, ё-моё. Но буду стараться быть топ. Ну вот, черт, сейчас зависло все. Я упал. Нет. Так, вот тут что? На самый верх идти, говорил мне. А там конец уровня. Как я могу на самый верх пойти? Что-то я не понимаю, о какой стене идет речь. В таком случае. Может, об этой стене? Вот тут самый верх. А тут что-то я свалился. Не, ну его в пень. А ну, дай смене персонажа. А чё, кстати, не было уровня с командором видео?
У него что за способность? Как-то в полете себя, насколько я помню. А, вот так, такие можно вытворять штуки на нем. Да блин, что-то он какой-то странный. Так. Нет! Начало хотя бы можно проще проходить при помощи его способностей. Но это все равно не спасает. Ну, блин, что-то как-то. Почему ты отталкиваешься не в ту сторону? Он что-то творит какую-то хрень, на самом деле. Вот тут легко, если бы можно было в этом моменте поменять на Супер Мидбоя его обратно, то было бы хорошо. Опа! Так. Да ты еще издеваешься что надо мной. Как так можно было вписаться? Прям в этого урода ползающего. Дошел до босса без скилла. А, в смысле, без босс без скилла, или ты дошел без скилла до него? Тогда после трансляции ВК напишу. Хорошо. Интересно. Что ты там задумала? А, по той, по которой ползут капли с обоих сторон, ты на нее запрыгнул. Надо на противоположную стену запрыгнуть и толкнуться от нее. Ну, чё-то как-то... Все равно это мне не дает никаких подсказок. А, без скипа. Так до какого босса? До первого? До первого я без скипа прошел. Так. Нет, что происходит? Да куда? А, чертов командир видео. Еще пообщаемся мы еще про тебя. Это еще, знаете, ждать, а там пока этот слизняк просочится. Здорово. Ну. Блин, даже нечего тебе возразить. Сказал бы, типа, что лучше бы ты работу нормально нашел. Так ты нашел нормальную работу. Ты директор МТСа. Донат скидываешь. Ай, вообще, короче, одолел ты меня во всех смыслах, скорее всего. Ладно, у тебя нет YouTube канала с 1000 подписчиками. В этом я пока еще лучше, чем ты. Так, хочешь смешную историю? Ну давай, расскажи. Я извиняюсь, что на фоне собачий лай опять. Надеюсь, это быстренько сейчас прекратится. Но не могу с этим ничего поделать. Возможно, только смешная история спасет меня от нервного срыва после этой трансляции, потому что ничего не получается. Так, да идем. Короче, в пень, все. Выйти на карту. Я не готов проходить этот уровень. Ты уверен? Да, я уверен. А, смотри, так я не прошел этот уровень. Видите, он белый. Я не смог с ним совладать. Вот почему. А это что за? Бладслэм тоже какой-то уровень, который не смог пройти. А, опять с этими ублюдками. Вот они мне вообще не дались. Походу. Так, стенка, висящая в воздухе, с двумя каплями, ты на нем прыгаешь, с левой стороны запрыгаешь наверх, если повезет, прыгаешь на правую сторону. Короче, не, я не могу. Я все. Я не прошел был этот уровень тогда, и сейчас не прошел. Этот уровень я тоже не прошел тогда. Но он, я вижу хотя бы смысл в этом уровне. Ну, блин, только если я, конечно, прыгну нормально. Надо туда-сюда. Хотя нет, я что-то не очень понимаю, как здесь надо проходить дальше. Если тут еще очевидно, типа, что нужно сюда как-то, вот как преодолеть вот это огромное пространство, я не очень понимаю. Да блин. Еще есть эти ублюдки тут не ползали, было вообще нормально. На самом деле. Тут тот же принцип. Ну, то есть тот же принцип, что я не могу его понять.
Что же что-то надо сделать со стенками. Если бы я мог от воздуха оттолкнуться, в принципе. В этот момент. Ну тут, блин. А, чертовщина. Так, что там Дайзи написал? Тебе надо не сразу, а проход от первой стенки отскачивать. Но я же пытаюсь, но ничего не получается. Нужно отпрыгивать от правой стороны стенки. Ай, все, не могу. Я была на речке, прыгала и орала Террел топняшкой, господи. Ой, ну тут смех нужен точно. Соболезную, что потерял этот голос. Вот. И, честно говоря, слабо верится в реалистичность этой истории, но абсурдность ее, конечно, действительно смешная. Опа! На скеле! 4 года назад не мог пройти уровень, а сейчас на ваших глазах Террел уже делает успехи. Отпрыгнул таким, чуть рано начал. Ну да, это я понял. Надо немного скатиться, не, сбоку понятно, чуть рано. Все, все, у вас задержка, а я все сделал. Такс. Ластырь. Понятно. Ластырь. Ластырь. Как его взять и не разбиться? Я не понимаю. Да пошел он в пень, короче. Фризит опять. Что там с процессором? Так, чуть пониже. Ну да, 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 да. Задержка, к сожалению, большая. Так. Ну это легкий уровень. Ну. Собственно говоря. Так. А тихо ли у вас эти звуки или громко? Расскажите мне. Потому что, может быть, они у вас тихие. Супер. А? Так, наверное, лучше. А может, было до этого лучше, я сейчас орёт. Был бы у меня какой-то диджейский пульт, который я могу подключить, и там, да что ж ты не прыгаешь опять? Чёртов кусок мяса окровавленного. Так, интересно. И чё? Не фризить. Ключ. Понятно. Это был ключ от Супер Мидбоя, которого вы можете выиграть, приняв участие в розыгрыше. Но вы все это и так знаете. Взор аркадный Супер Мидбоя, лайк, комментарий. Сейчас будет там 20 таких замечательных людей. Выберем победителя. Нет! Да что ж ты за урод. Неповоротливый. Наконец-то. Наконец-то. На А с плюс. Так, на этот пластырь нужно наскакивать сверху, чтобы на момент взятия пластыря это идет вертикально вниз. А, видимо, там вот сейчас. Как его? Переиграть уровень. Наверное. Что из этого Y, я не понимаю. Давайте посмотрим. Нет, не то. Ага, ну, блин, не знаю, вряд ли я смогу. Понятно. Вряд ли я смогу пройти уровень после того, как возьму пластырь, потому что что-то мне не получается даже нормально потом приземлиться на вентилятор. Чё, как это сделать вообще? Так, чё, я сейчас разбился? И там я думал отпрыгнуть от него. Не, ему в задницу. Так, следующий уровень. Че нельзя сразу следующий уровень? Так, и по диагонали ровно сверху. Ну, это, конечно, хорошо. Так, это я даже на А прошел. Призрачный ключ. Помню, помню. Прикольный уровень, кстати. Вот такой уровень мне нравится. У него есть своя задумка. Я уверен, что в будущем
Ой, что я сделал, как я так улетел. В будущем будет миллиард подобных уровней в этой игре, особенно в каких-то супер-мисс-волдах. Что такое? Что за фигня? Меня не так спешить? Ну! Почему он иногда так улетает далеко еще? Что не старается? Нет, это фейл. Да что ж ты заплыл? Она, видимо, в самый верх. Да блин. Вот сейчас он опять почему-то так аномально далеко улетел в сторону. А, ну вверх подняться, конечно. Здесь же уровни не заканчиваются. Ой, блин, да. Тяжелейшая ситуация. Ну почему он просто сполз вниз? Я же отпрыгивал. Так, окей, не можешь так, может попробовать взять, прыгая снизу на вентилятор, и так, так берется. Ну, не важно, я забил бы на пластыре. Только в самый верх прыгай всем, пока она не исчезнет. Ну, вот я пытаюсь это сделать, но в самый верх, как мы видели, боже, там еще и можно убить. Можно улететь за пределы уровня и все заруинить. А еще... потом не попасть все равно. Да что ж такое. Ну вот что-то он должен вроде бы как оттолкнуться от того ступа, ну, в моем понимании. Вместо этого я... А чё я сейчас? Чё я сейчас не заруинил? Объясните мне. Я вылетел сейчас за пределы экрана. Почему я не заруинил? Почему он не сдох? Странно. 3-5, вот поэтому. Кайло, привет. Ты, правда, конечно, опоздала на всю трансляцию практически. Ну, как на всю, 2 часа. Мы еще не заканчиваем. Но большую часть, да. Ой-ой, тоже, по-моему, ключ надо искать на уровне. Какой-то ключ. После этого... Жопа горит, пишет Антон. У меня еще нет. Я скипаю. Вы мне объяснили, что можно скипать. Я это и знал. Но это было 4 года назад, и я забыл об этом. Обзор я монтировал. Да я... Не, оценку я выставлял, когда писал сценарий. Сценарий я писал практически сразу. Чаще нажимаю клавишу прыжка, меньше зажимаю. Ну, я пытаюсь быстренько это делать, но уже палец реально болит. Ну, это же я. Ну, в любом случае, спасибо, Кайло, что ты к нам присоединился. Можно за пределы выйти. Ну, странно, а иногда нельзя. Так, здесь еще нужен какой-то ключ, чтобы пластырь достать. Ну, я помню этот уровень, особенно сейчас, когда что-то тупит, 100% нагрузка на проц. Они медленно летают, но они летают как раз по такой траектории уродской. Что, попробовать или нет? Давайте попробуем пластырь взять. Раз я этот уровень и так уже проходил, как там? Почему нельзя назад? Можно как-то назад вернуться быстренько, нет? А, вот смотрите, я... Вот тут я дальше не смог пройти ни один уровень. Мы уже добрались за 2 часа нашей трансляции по контенту до того момента, где я закончил приблизительно Супер Мидбой играть. Но я даже умудрился пройти один уровень, который тогда не смог. Уже результат наш лучше. Хотя тут, я не понимаю, как... Или из-за того, что уже у меня открыт Commander Video, я не могу его уровни пройти. Вот я их еще проходил тогда. Так, где-то на пол шишечки. Ну, понятно. Черт, пишет Кайл. Что такое Кайл? Что за черт?
Чем еще? Хотя сейчас мне кажется, что они как-то проще летают. Почему на самом интересном мне нужно уходить? Ну, спасибо, Кайло, что была с нами. Может быть, еще вернешься и успеешь. Да что ж за тормоза? Ну, вот иногда из-за лютых тормозов я реально ничего не смогу сделать. Мне сейчас придется вернуться. Может, ну, нафиг этот класс, или попытаться пройти какой-то новый уровень. Этот уровень я у вас на глазах только что преодолел. Ну, это, честно говоря, издевательский пластырь. То есть, пройди весь уровень, а потом еще назад, и с пластырем ты все равно с плюсом не закончишь, значит. Да, что ж. Почему он умирает от рек крови? Он же сам весь в кровяке, и мясо. Я понимаю, тут соль где-то должна быть в игре. И вот от нее он страдает. Это еще можно объяснить. Но почему от крови? Да, блин, вот. Почему я их ненавижу. Выбери Варзону вручную, он в первой главе. В этом прохождении ты его Варзону пропустил. А, ну, понятно. Не уже был, то она тебе открыта должна быть. Красный Варзон. Ну, сейчас я попытаюсь. Там что, какой-то инопланетянин нарисован или что? На плакате. В принципе, я ж могу не спешить, я могу осторожно все делать. Нам не на время. Тихо. Тихо. Тихо! Нет, не тихо. Она как-то громко, видимо. Да блин. Чертов фриз. Как же они калят. Ну, это три крови, потому что у нее другая группа крови. Ну, это имеет смысл. Наверное. Хотя у куска мяса группа крови. Хоть не на рукаве, надеюсь. Такс. Да блин, почему иногда так далеко, иногда так недалеко? Сейчас вообще на каких-то крополях пробежал. Чё? Как тут можно было сдохнуть? Так, и чё? Как он летает? Понятно. Тупая смерть, confirmed. Игнорщик, пишет Себин. В смысле игнорщик? Привет. А что, ты уже что-то писал? Я тебя пропустил. А, вон, господи. А, я кучу сообщений как-то пропустил с Твича. На Ютубе все вижу. Так, психанул, затапал shift и сделал залипание. Так тебе и надо, Антон. Так тебе и надо. Придется еще раз все пересмотреть. Ну, хорошо, Кайл. Да, привет, привет, Сэмин, согласен. Согласен, пропустил. Сорян. Не специально. Как видишь, у нас тут и так под. Я стараюсь все перечитывать, но не всегда это получается. Так, а че их там теперь два? Будет ли это спойлер, но один из боссов игры ты сам, точнее, много тебя. Мясной монстр из твоих трупов. Ну, из трупов, прикольно. Ну, я знаю, саундтрек один называется, типа там что-то супер какой-то мясной голем. Я предположил, что, скорее всего, где-то примерно в таком стиле и будет, поэтому... Неважно, ты что, думаешь, я как до него дойду? Он вроде там босс в четвертом мире даже. Ну, как минимум, саундтрек, кажется, шел. Это саундтрек босса четвертого мира, а мы во втором, типа. Так, и что он делает? Нет! Так. Кто бы сомневался? Вообще, идеально я вошел прям на него.
Но я хотя бы добрался до ключа, это был лучший трай. Нет. Так. Пускай он пролетает мимо. Да пошла ты в пень. Как ее убрать оттуда? Ладно, следующий уровень, давайте посмотрим. Его я не прошел. Напоминаю. Вентиляторы, потому что опять. Ой, ну палец, конечно, болит. Болит дичайше просто. Уже нажимать на эти кнопки великолепные. Да, ё-моё. Кстати, Себин, если ты еще не сбежал от того, что я игнорщик, мы тут заметили, что ты тоже игрок Супер Мидбоя. Ты у нас числишься там в списке друзей, которые играли. Так. Чего? Понял, что нужно найти, добыть ключ для ключа, который открывает нам девочку класс. Ой, сейчас вообще все зависит. И да, и да. А я, кстати, знаю, как уменьшить эти лаги и тормоза. У меня тут... Браузер был открыт в свернутом виде. Сейчас, наверное, станет лучше, когда я полностью закрою. Но мне потом ее придется еще открыть. Я напоминаю, что в конце сегодняшней трансляции мы будем крутить... Колесо Фортуны в честь окончания 8-го этапа аркадной копилки, поэтому вы там уже намозгуете. Непонятно, какой будет приз. Вот. Какие игры я заставлю вас предлагать. Точнее, Колесо Фортуны заставит вас предлагать для голосования. Нам нужно будет 5 игр. Ну, 2 из них предложит сам Антон, раз уж он единолично этот этап закрыл, а еще 3 можете предложить вы. Для трансляции. Ну, может быть, там будет не игры для трансляции, может быть, там выпадет крутить большое колесо фортуны. А это уже совсем другой разговор, хотя там эти пункты есть. Но там есть и поинтереснее вещи, но все равно готовьтесь к этому. Напоминаю, что у нас заканчивается голосование за 6-й и 7-й этап. В понедельник и во вторник узнаем результаты. И уже в следующую субботу, я надеюсь, победившую игру в голосовании за 6-й этап... Мы будем стримить с вами. Так, не ломись через них, дай им немного тебя подкинуть в воздухе. Ну, попробую, конечно, но что-то вот как-то... Не очень они меня подкидывают в воздухе, вот в чем проблема. Я что-то вообще не понимаю. Раньше было лучше. Надо что-то зажимать, наверное. Так, тут умирать, конечно, супер здорово. Что-то оно вообще никак не подкидывает. Теперь. Я не понимаю. А то, что я не понимаю, у меня обычно вызывает неприятные... чувство, поэтому 3,5. Так. Ну! Я как минимум не умер. А теперь умер. Как-то это все странно. Для меня это чисто... Если я пройду этот уровень, это будет чисто рандом. Опять-таки не есть хорошо. Ты не держишься в струе, они не успевают. А как мне держаться в струе? Если ты предлагаешь мне каждый раз подлетать вверх, но если я буду терять направление, то я просто потом не смогу перепрыгнуть в другой струе. Я не понимаю эти вентиляторы. Для меня они дичь. Написуем. Ну вот, я типа поднимаюсь на струе, но из-за того, что я перестал двигаться дальше, я не могу
допрыгну до второй. Поворачиваю в воздухе над ними в другую сторону. Ну, чё-то как-то... Ну вот, я в струе. Я лечу. Как-то это странно. И только начинаете, я подкидываю, ты улетаешь. Терро, так будешь снимать Яндерри симулятор, а то у меня глюки, я пропускаю. Ой, Олесь, я же говорил, у меня ноут очень слабый. Яндерри симулятор — это трехмерная игра. И вот будет мощный компьютер, на который мы... Вот сейчас я чисто на рандоме пролетел. Я не знаю как. Делал все то же самое, что и в прошлые разы. Но сейчас почему-то прошло. Может быть, когда-нибудь, но это не в ближайшее время. Почему он не отпрыгнул, я не знаю. Поэтому ты уже успеешь сама быть выпускником университета к тому времени, как я сейчас. Когда это произойдет, скорее всего. Увы. Но вот добрые люди есть, которые иногда подкидывают финансовую поддержку, и мы, может быть, когда-то сможем себе позволить нормальный компьютер. Благодаря им как раз и будет и проходит те самые голосования. Ну, они проходят благодаря мне, потому что я придумал эту систему этапов, так сказать, несколько небольших донет-голов по 1000, чтобы была хоть какая-то награда вам все время, а не, знаете, поставить плашку на 80 тысяч рублей, все бы просто офигели. И сейчас бы там было, что 10% собрать. А так, уже, можно сказать, 8 плашек собрали. Идет 9. Не, я не знаю, этот уровень не для меня вообще. Не для моего ума. Дальше идем. Дальше идем на карту. Где ты там, говоришь, варп-зона была? Ну, миры что, не открываются дальше, если не пройдешь босса? Так, если не хочу смотреть ролик. Да, он красный, вижу. Давайте пройдем. Если удастся. Или нет, или надо было на саму варп-зону. Или надо было на саму варп-зону. Тренируйся из одного в другое прыгать. Ну, чё-то как-то не получается, вот в чем проблема. Ты в них пари вверх-вниз, когда он тебя очередной раз тебя подбрасывает, вверх лети на другую. Ну вот, я пытался все, но он что-то как-то так стремительно падает вниз в этот момент, что меня не успевает он просто подхватить, и я помираю. Ой. Алексей Гайдуков, привет тебе. Командир видео из битвы Раннера. Так, понятно, замечательно. Это будет не быстро все-таки. Ой, большое спасибо, что подписался на меня. Еще можешь поучаствовать в розыгрыше Steam ключа для Super Meat Boy. Для этого надо, конечно, посмотреть, поставить лайк и написать комментарий под обзором моим, который вышел неделю назад. Или то же самое касается и обзора Castle Crashers. Такс. Я с радостью прям вообще готов принять тебя в участники этих конкурсов. Так, у него же какая-то суперспособность, да? Я уже и забыл. Чё-то он не пользуется ей. Или у него нет еще супер... Не, на X, понял, зажать. В полете. Так. Это надолго. Надеюсь, ни у кого нет приступов эпилепсии от этого мерцания. Так. Прошли. Я даже не помню этого уровня за него. На самом деле. Тупо несколько секунд летаешь в вентиляторе вверх-вниз, и во время очередного взлета перелетаешь в другой. Ну, чё-то как не получается, вот в чем я давно не видел прохождение мяса. Ну, потому что Терро добрался до него, сделал полноценный обзор
только вот неделю назад. Ну, выпустил, точнее, сделал. И играл 4 года назад. А тут... Ну, как прохождение? Это, собственно, трансляция... В честь того, что был обзор, и мы обсуждаем мидбоя и все это вот. Поэтому, увы. Да, Террел, няшка, Террел, наш. Большое спасибо, Алис. Все, это я прошел. Доказал, что я могу пройти. А вот здесь, конечно, совершенно иная история. Спасибо. Вот, да. Не забывай, опять-таки, о огромной задержке на трансляции на Ютубе. Так, смотрим. У нас еще куча уровней здесь. Сколько ты говорил? 17 уровней надо пройти? Я прошел 12. Ой-ё. Это непросто. Это уже все, что я не проходил. Все, что я прошел 4 года назад, мы сегодня прошли. Даже плюс один уровень. Можно будет потом, прям как с Undertale геноцидом, тоже плашку придумать, чтобы Террел мучился и проходил дальше Супер Мидбоя. Ой, варп-зона. Черт. Я уже заметил, из-за этого сдох. А еще раз напомните мне, пожалуйста, какие бонусы даются за прохождение на А+ уровней. Потому что, наверное, что-то открывается секретное. Может быть, я даже об этом говорил, блин, в обзоре. Но так я его тоже писал, этот сценарий, несколько лет назад. Уже все забыл. Я же говорю, для некоторых игр, вот, например, как Super Meat Boy, это возвращение. Это для всех игр, на самом деле, это возвращение спустя годы. А, она уже пропала. Для кого-то меньше, для кого-то больше. Но для Супер Мидбоя очень много времени прошло. Я прошел его. Я прошел этот уровень. Я его прошел. Хотя хочу попробовать... Так, запись... Ой, какая запись? Не то. Хочу в арп-зону попробовать попасть. Ну, что-то так долго, видимо, я телюсь здесь. Варп-зона мне не светит. Тут можно было сократить, наверное. Тем самым успеть. На варп-зону! Ну, пропало, скорее всего, да, вот внизу. Я наконец-то босса прошел, пишет нам Антон. Ой, Антон, то нет, чтобы меня... поддерживать. Я тут тоже делаю успехи. Прохожу сейчас в прямом эфире те уровни, которые тогда не смог. Да как туда запрыгнуть-то, блин? Так, ладно, он пропал, но давайте я хотя бы попробую как-то понять, как туда вообще подняться. Или с другой стороны надо пройти. Может, с другой стороны? Надо успеть. Не, зря я сюда пошел. За А+ открывается возможность пройти уровень Dark... А, точно, точно, да. Там же еще есть Dark World. Можем туда еще пойти. О! Точно, надо туда идти. А 8 пройденных хардмодов открывает ласт-босса в хардмоде. Ну, это мне точно. То есть мы все-таки не прошли... Мы не прошли сегодня трансляцию все то, что я прошел 4 года назад. Потому что я и несколько уровней в Dark Zone прошел. На секундочку. Сейчас еще туда направимся. Самый верный, арилярный у нас профессионал Супер Мидбой. В отличие от меня. Он, да, он разбирается в таких штуках. Всегда приятно иметь такого зрителя, который может пояснить по лору, что называется. Что-то я не понимаю, как туда запрыгнуть. Поясните, пожалуйста, как мне попасть к этой варп-зоне. Потому что я что-то прям... Может быть, Супер Мидбой не может туда добраться? Может, надо какой-то другой персонаж, который есть... А нет, может! Не понимаю, как, но... Так, явно отсылочка к какой-то игре древней.
Так, ну сейчас я заруиню все. Так. На Данки Конга похоже на сам. Так. И чё? Чё-то я тут зря так, наверное, стоял долго. Напряжение. Не на время вроде. Поэтому можно было себе позволить такую роскошь. Так, мир 1-2. Чего? Затих, как видите, потому что тут какой-то лютый ад начался. Так, правильно, пытаюсь про чуточку больше усердия. Ну вот как-то рандомом это все равно залез. Вовремя нажатый прыжок. Так. Да я во многие не верю, байки. Ё-моё, как я так? Блин, я даже не знал, что этот ублюдок лазит. Да! Пень, гейм овер. Варп-зона не моё. А, ну или она навсегда открыта, да? Можно теперь... Стоп, этот уровень засчитался мне как пройденный? Я его прошел? Чего? Секунду. Если ты попадаешь в варп-зону, это считается за пройденный уровень? Серьезно? Мне нравится это дерьмо. Такс, давайте выйдем на карту. Террел, помнишь трансляцию, на которой стукнуло 1К? Ну, конечно, помню, как можно забыть одну эту трансляцию. Правда, конечно, вы мне там накрутили явно подписчиков. И толку-то от этого немного, зрителей у меня от этого больше не стало, к сожалению, и это грустно. Но помню, конечно же, помню. Так, три пластыря у меня вот. Super Meat Boy! Как я так... А как попасть куда-то еще? Вот, Super Meat Vault. В темную версию я пытаюсь понять, как попасть. Так, не А, пишет Алексей Гайдуков. Не А, в каком смысле? А, вот, темный мир. Нет, да, я не ту кнопку нажал. Что ж такое-то? Раньше не считалось. Ой, смотрите, что это такое. Да это же обучение! Почему его не было сразу? Как я его отрубил? А может, наверное, потому что я уже проходил все это дело. Так, а что тогда X у меня? Кружок, наверное? Нет, кружок это выйти назад. Квадрат. Так, хорош мне показывать каждый раз заставку. Ужас какой! Без какой-то обновы начал считаться. Ну вот, я ж вроде не прошел был тот уровень. Так, вот, видите, я прошел три уровня. Dark World. Сейчас надо повторить этот результат. Есть, на с плюсом, кстати, прошел. До этого там было без а с плюсом. Тупанул чутка в финале, но тоже смог. И... Это что-то странное. Еще и пластырь. Не, подождите, там пластырь. Наверное, его я подобрал. Сто пудов. Так, скажи мне, переиграть уровень хочу. Понятненько. Так, а как здесь умудриться? Так, вот так, а? Ха-ха! Вот теперь точно повторил весь успех. Тут что? Этот уровень я уже не прошел. Куда? Да что ж за чертовщина?
Так. Я вижу, почему я его не прошел. Двойду налево. Так, в смысле, типа, раньше не считалось за пройденный уровень. Но это я понял, да, что раньше не считалось, видимо. Или может, я уже поехавший, и вы, наверное, тоже с ума сошли, потому что забыли, что я прошел тот уровень у вас на глазах. Потому что я вроде как добирался, но... А, я, наверное, прошел уровень, просто я хотел варп-зон уже сделать, наверное. Мне кажется, просто мы реально уже с ума сошли от этого всего безумия. Я прошел этот уровень, точно. Я же потом решил переиграть его... ради варп-зоны. Так, чё, опять процессор мутит, какие-то мутки. Так, нет, это нереально вообще что-то делать. Как же ж вычленить тот момент, когда он начинает нагружаться люто? Потому что одно дело мне неудобно играть, а второе дело еще и вам неприятно смотреть на такое. Такс. Нет. Оп! Не на с плюсом, но прошел. Прям вообще делаю успехи. Так, 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 так. Что тут у нас? Понятно. Пробовал профанировать Shovel Knight. А Shovel Knight это платформер? Я думал, это какой-то слэшер вообще. Ну, я о нем слышал, но не играл. РПГ, точнее, даже какой-то двухмерный. Вот что я думал, это Shovel Knight. Потому что там вроде есть прокачка, предметы, какая-то такая история. Чё, куда вообще надо было тут идти? Понятно. Но я помню, этот уровень я пытался пройти. Вот это я в начало, первую половину, которую сейчас мне удалось пройти, я проходил. И тогда. Вот. Как быть дальше, что-то тогда не разобрался. Да что ж ты за кусок мяса-то такой? Блин, еще не отталкивается от той поверхности. Так, здесь, видимо, надо как-то вот сюда. И вот так с той стороны обойти. Но это, в моем случае, это нереальный вариант. Это, по сути, платформер с элементами слэшера, как старые, добрые. Ну я о нем только слышал, не знаю, может быть когда-то, да? Ну вот, выпадет! Она опять заглючила, я свалился. Выпадет на колесе фортуны сегодня предложить игру, которую я могу потранслировать с ноутбука. И вы предложите The Shovel Knight. И его я стопудов смогу потранслировать с ноутбука. Если он победит в голосовании. Ну или просто предложить. Мне кажется, по-моему, даже кто-то в каком-то голосовании предлагал. Но Shovel Knight не победил. И второй можно было не только умирать, но еще и бить. Ну я понял, да, о чем ты. Да и в Реймане, собственно, можно и бить, и все такое. Видишь, Рейман такая хорошая игра. В Супер Мит Бой можешь только умирать, блин. И в Марио тоже можно сразу. Так, что-то я это дал. Короче, видимо. Да не, я туда не запрыгну. Давайте попробуем другой уровень. Так, с шестой. Например, что он себе представляет. Чего? Чё? Не, надо вот тут, видимо, как-то прыгнуть с краю, приземлиться. Теперь вот. Бакевич. Тяжко мне это сделать. Тут вроде не тяжко, а там тяжко. Кажется, сейчас это был самый лучший трай. Я на 2 миллиметра дальше, чем когда-либо продвинулся. Так. Оп! Ну, блин. Обидно было сейчас.
Да, ё-моё. Ещё как-то грустно и печально. Все хуже и хуже с каждым траем, вот что я хочу сказать. Плюс я уже устал на самом деле. И начинает хотеться кушать, все дела. А это всегда сказывается на игровом процессе не в лучшую сторону. Ну давай же. Все ж получалось. Уже не раз на этом месте. Так, тут он еще отказался прыгать. Что происходит? Какие-то залипания. Уже у меня залипания клавиш пошли. Да. Я, конечно, понимаю, что это позор, и любой там какой-то шестилетний ребенок прошел бы этот уровень с закрытыми глазами, даже не нажимая на кнопки. Но я что-то прям вообще не понимаю, как это сделать, блин, чертов черный уровень. Когда ты отпрыгиваешь со стены, не подпрыгивай в потолок. Запомни, он летит еще вверх, если он ударяется башкой в потолок, он далеко не улетит. Это, видимо, о последнем прыжке шла речь, Лезеру, или нет. Потому что что-то я без ударения от потолок тоже... Да блин, ну как же, я же тут запрыгивал на изи как-то. Почему сейчас не получается? Чертовщина какая-то. Чего я нажимаю иногда не так, что у меня получается? Ну вот, вот как это понимать? Уже и без бега, и с бегом прыгают сюда. Все равно рандомно как-то получилось. Последним, а самым, да. О, Дилдомен, привет. Мы тебя вчера вспоминали. Вчера было бесконечное лето, Дилдомен. Только про голубей. Вот как мне тогда удалось тут перепрыгнуть? Я не понимаю, что я делаю не так, что это не получается. Может, надо сразу попытаться здесь отпрыгнуть. И вот так. Ну, блин, только, конечно. Только, конечно, должен отпрыгивать не назад, а вверх. В идеале. Ой. Не, ну его в пень, давайте другой уровень. Сколько там у нас трансляция идет? Скоро и закругляться, на самом деле, надо еще и колесо фортуны крутить. Так, надо сразу. Ну, что-то как-то... Все равно не крут. Не, тоже какая-то дичь. Лютая. Еще и проц опять... Грузился. Как тут? Видимо, опять надо каким-то образом отскочить куда-то, отпрыгнуть. Не, я слишком возбуждаюсь, когда вижу столько крутящихся пил. Поэтому, во-первых, где мы еще не были? В Супер Митволде не были. Либо на две платформы прыгай с краю пилы, либо разгоняйся. Ну вот, я что-то не могу ни то, ни то сделать. Я тоже могу все это делать, ребят. Для вас. Так, во-первых, почему я геймпадом не могу убирать уровни? Так, это, по-моему, из дополнения, да? Я правильно понимаю? Потому что я могу ничего не понимать в этой жизни. А, но вроде я в это даже играл. Так, а чё? Чё-то Супер Мид Бой у меня завис. Ага, Fatal Error.
An error has occurred, and the mini clamp, в скобочках, has been sent to Team Meat. We'll fix this ASAP. Sorry about this. 3.5 игра, говорю ж вам. 3.5 моя оценка. Так, сейчас вы видите какую-то дичь. Как нормально мне со Steam общаться, чтобы вы не видели дичи. Так, Super Meat Boy, библиотека. В 2010 году вышла игра, и до сих пор какие-то краши. Еще она запускается не на том окне вообще. Перегородила нам наш сбор средств. Замечательно. Можем посмотреть вступительный ролик. Мы его сегодня не смотрели. У меня пока палец придет в норму. Так, вместе с ассоциацией с World of Tanks представляет. Это мясной пацан. Это пластыревая девушка. Она любит мясного пацана. И мясной пацан любит ее. Это доктор Зародыш. Никто не любит доктора Зародыша. И поэтому доктор Зародыш всех вас ненавидит. Не видно, да? Отлично. Почему? Ну? Почему вы не видите? Объясните мне, пожалуйста, почему вы не видите игру? Хотя она захватывается. Чё за дичь просто? Началось. Может, это сигнал к тому, что пора заканчивать? Super Meat Boy! Так, чтоб так не орало сильно. Давайте попробуем добавить новая игра. Раз старая не хочет захватываться. Так, Super Meat Boy. Окей. Зашибись просто. Все, не хочет Super Meat Boy выходить к вам на экран. Я не понимаю, как так. Давайте еще раз его выключим и запустим, попробуем. Настримились. Ну, приходите завтра на Twitch. С PlayStation 4 буду транслировать Super Meat Boy. Он никуда там не сбежит от нас. С наших экранов, я надеюсь. Как минимум. А теперь он показывается. Ну вы видели, он только что показывался. Только про криво. О, все, вернулся. Не знаю, что за дичь. Как так? Ну будем считать, что мы посмотрели вступительный ролик. Так. Привет, Павел. Кстати... Черный экран, в принципе, увлекательным. Да, согласен. Такс. Ну все. Начать игру. Надеюсь, сейчас не вылетит. Может, это в Super Meat World какие-то баги глюки. Может, это с уровнем этим? Что-то не так. Еще раз. Kids. Christmas. Рождество, парни. Да, походу, монет. Нормально все с ним случилось. Она опять зависла на какую-то секунду. Так, где мы? А, этот уровень я проходил, по-моему, или нет? Или пытался. Он вроде белый, значит, я его не прошел. Но я пытался его пройти, как минимум. Я помню. Так, тайминг. Да ё-моё, что ты не сваливаешься сразу? Непонятно. Да почему он там умирает? Все, следующий уровень. Я не понимаю, как это. Я уже реально устал просто, извините. Кто только сейчас подошел, вот, я за 3 часа... Чего вообще?
Нет, это я не проходил. Я не вижу, как это пройти. Здесь есть место без пилы, которая тебя распилит. Еще и пластырь. Что делать? Кто знает вообще? Укажите мне, куда мне надо идти. Так, есть фишка, двойной прыжок. Так. Ну, хорошая попытка. Блин, это он Кит? Я думал, Кит из другой игры. Это из игры, наверное, I Wanna Be The Guy? Типа персонаж, скорее всего. Я не играл просто его на Бизагай, как слышал, вроде похоже на то, что я в Боше как-то, вот в Боше, например, как-то побеждал в голосовании в одном из первых окончаний этапа какой-то. И вот мы в Боше играли одну трансляцию. Поверь, сегодня в Супер Мидбой я прошел гораздо больше, чем тогда на трансляции по Боше. Не, я до свидания. Давайте попробуем заново тогда первый уровень, двойной прыжок. Там двойной прыжок нужно было прожимать. Я об этом не знал, по ее. Ну, почти. Идеальный тайминг, не идеальный. Да черт, тут двойной прыжок даже не... Не, что-то у меня сил просто нет, скорее всего. На светлую голову, наверное, я прозабрался. Да блин, как же подгадать? И так кучу времени ушло. Во! Так. Тап! Нет, только не сначала. Хочу чекпоинты. Почему? Тут отличное место для чекпоинта. Но видите, я уже прошел. Тренировали меня. Да что ж ты за ублюдок. Так. Кто это придумал? Больной какой-то поехавший психопат. Вряд ли это даже сам Эдмунд Макмиллан придумал. Кто-то из команды разработки решил, что он супер креативный чувак. Да нет, я не могу. Ой, ужас какой-то. Я тут ничего не пройду, скорее всего. Так, это именно из I Wanna Be The Guy. Уровень на Иван Лок самый адовый из всех. Даже им ходовее, чем Last Boss в Hard Mode, понятно. А, Влад Марок, привет. Тебе тоже, медведь. Так, ну тут я хотя бы вижу логику. Но это ад, а не логика. Ну, я вижу, тут как-то отпрыгнул. Только он у меня что-то подпрыгивает прям туда, куда надо. Очень сильно, как... Так, просто спрыгиваем. Не готов сейчас просто. Я никогда в жизни не готов, на самом деле. Вообще никогда не готов к такому. Но сейчас тем более уже подуставший. Да блин, что он теперь даже не может нормально свалиться вниз? А вы меня спрашиваете, почему я поставил 3,5 оценку Супер Мидбоя. Вот поэтому. Не, в пень. Так, давайте пойдем к Супер Мидболду куда-то в другое место. Что у нас есть? Unholy Mountain, например. Я так понимаю, это еще официальное дополнение. Где этот? Где еще не user-generated контент? Так, хит чекпоинт, у вас, говорит, стул бомбит по программе, тогда ты, наверное, просто чертонеженка. Ну, практически. Вот что она сейчас опять зависла? У меня висит игра, у вас крутится, а у меня зависла. Что это за дичь? Я не понимаю. Что она висит? Неправильно. Так. И... Я даже понять тут не могу, как мне это перепрыгнуть. Вот как-то сейчас удалось нормально так отпрыгнуть, чтобы он почти ухватился за
То есть, ну это просто... Надо как-то выжать кнопку, чтобы то попасть. Все, я сейчас уже скоро начну дико хейтить с этой медбой, потому что мы сейчас пришли не в свой... Ну, я пришел не в свой двор. Абсолютно. О! Прошел! Изи! Изи. 3,5 только потому, что у Теро кривые руки. Конечно. Давай, Дази. Я что-то не видел, чтобы ты проходил супермедбой. Качает уровень из инета. А. Чё-то странно так вообще хочется. Аж медбой сидит за тобой даже в облике пилы. Ой-ё. Так. Но это... В этом мире я был, кстати. Тут еще проблема в том, что тут камера двигается вверх. Есть ограничение еще, это идиотское. Самое тупое усложнение во всех возможных играх платформенных, которые только придумало человечество, это камера, которая тебя съедает. Так. И оно есть в этом уровне. Нет, да куда ты вообще свалился? Я хочу сейчас просто найти те самые уровни, которые я показывал в обзоре. Вот этот зеленый лютый, который тоже непонятно как... как... Куда вообще смотрел человек, который делал эту салатовую лютую адовию. Вообще ничего не понятно. Но сейчас мы еще... Это более-менее простые еще уровни, как я могу судить. Но у меня проблема вот с таким прыжком через... препятствия, к сожалению. Я не могу. Здесь вот бомбит этот кайф. А, ну понятно, понятно. Так, буквально вчера на пиратке. Пиратка Дази не, вообще не оценивается ни разу. Как что-то возможно. Так. Вот это, скорее всего, какие-то уровни. А есть difficulty? Одна шестеренка. Можно? Ну все, что-то на 5 шестеренок, так нечестно. Ну, давайте зайдем сюда. Опять вылетел. Опять вылетел. Нет, Super Meat World противопоказан нам на трансляцию, судя по всему. Потому что он не хочет. Он хочет только крашить мидбоя. Больше ничего не хочет. Так. SQL Server Error. Connection to SQL Server could not. Понятно. Trust me. Чего? Чего? Пика Гейминг, блин. Вот он. Вот он, Пика Гейминг. SQL сервера какие-то. Super Meat Boy! Поехавший, что ли. Так. Ладно, все, туда не ногой. Давайте еще попробуем. Тут сейчас пройти. И будем потихоньку сворачиваться. Сделать баннер в какой-нибудь сложной игре, в пинчекпоинт, у вас горит стул, это тогда всего 20 отличная идея. Ну, в мобильных играх современных только так и работает. За любой каприз за ваши деньги. На этом люди реально строят финансы. Дошел до босса третьего мира, тем временем пишет Антон. Антон, чё ж ты не стримишь? Все уже посмотрели, какой ты скилловый. Так, что у нас здесь? Внимание, вопрос. Чё? Как мне тут надо успеть пробежать? Видимо. Или чё? Что-то уже аж глаза разбегаются, то, что я вижу. Так, дальше. Куда? Наверх, видимо. Все выше и выше. И пластырь я вижу. Но пластырь не нужен никому. Да блин. Да чё ж ты за... Неприятный там. Или мне надо по стене успеть пропрыгать? Или как?
Давайте, апологеты, адепты, эти евангелисты мидбоя, поясните, как. Ну, давайте, допустим, я попытаюсь взять пластырь, что у меня тоже не выйдет. Нет. Понятно. Ой, что-то грустно уже на самом деле. Очень грустно. Так и так можно, да, по стене? Ну, сейчас попробуем по стене тогда, потому что там что-то я запрыгнуть вообще не могу, как видите. Да, ё-моё! Да и... Так, тут надо постараться все-таки вот отсюда вас запрыгнуть. Так, в стене получилось. Нет! Надо было все-таки добежать до конца, скорее всего, я бы успел. Блин, чертовы платформы, на которые невозможно запрыгнуть. Да что ж ты за ублюдок. Понятно, я уже вообще поехал башкой. Блин! Твою мать! Сейчас все будет. Это очень простой уровень на самом деле. А там варп-зона или что? Зачем туда есть вообще прыжок наверх? Если ты разукрасил бок этой стенки, значит, какое-то время на ней скользил. Ну да. Не понимаю, почему это, ну ладно. Значит, если бы в тот момент нажал прыжок, то мог бы запрыгнуть на нее. А, вот, что будет, видимо. Так, это что? Лазера. То есть сплошные лазера. Стримят сплошные лазера. Эти лазера вам. Ты, чё ты? Ну! Да куда? На днище просто скатился. Я не понимаю, чё ему не нравится. Как я нажимаю на прыжок. Ну, давай, ну! У меня, походу, все. Я за сегодня поломал себе X на геймпаде. Благодаря этой замечательной игре. Или я как-то очень быстро на него жму. Надо медленнее жать. Не знаю. Наверное, скорее всего, второе. К счастью. X. Сел жив, орел, твою мать. Понятно. Ну! Только крик «Ну!» меня спас только что. Так, это еще что за... Нет! Как я это сделал? Так не бывает на свете! Ой, да все, короче, надо заканчивать. Я уже чувствую, что я уже не могу как-то играть. Поэтому приходите... Завтра на Super Meat Boy. Правда, будем опять сначала все проходить, но на PlayStation 4. Я сегодня натренировался. Че он все аж верещит так люто? Нет.
Вот, все, у меня реально усталость максимальная, но трансляция пока не заканчивается. Всем, во-первых, спасибо, да, что были здесь со мной, смотрели за моими страданиями. Я сегодня на трансляции за эти 3 часа прошел дальше, чем это было 4 года назад, когда я записывал геймплей и вообще первый раз в жизни играл Super Meat Boy. Так что некоторые успехи небольшие, но пару уровней я прошел тех, которые я не мог пройти раньше. Так что это уже успех. Чуточку лучше мне дал Super Meat Boy. Это уже стоит того. Сейчас же мы в честь окончания 8-го этапа аркадной копилки в одно лицо практически закрыл ее. Тот самый 2 Ромил Малков 2, который сейчас нам в чат пишет: «Все, я сдаюсь, ты тоже давай все!» Вот так мы типа, ну, это была спланированная акция. Но он, правда, за то же самое время даже чуть меньше успел дойти до босса 3-го мира. Но он, правда, не заглядывал в Super Meat World, у него не вылетало все это дело. Плюс он в 3 или 4 там Dark уровня не прошел, как это сделали мы. Так что, я думаю, это все друг на друга складывается. Такс, ну что ж, прощай, наверное, Super Meat Boy, потому что ты нам сейчас особо будешь не нужен на фоне, да, Super Meat Boy? Как-то выключишься, надеюсь, сегодня? Или нет? Выйти из игры? Да, покинуть. Сейчас нам на экран надо вывести кое-что вам другое. Если только все не прекратить, тупит. Тупить не прекращу все. Я уже даже заговариваю, что же не могу нормально слова вам выговорить. Так, где-то здесь даже было захват окошечко. Нет, не чат. Так. И, наверное, даже выбрать область надо, чтобы поменьше всякой чуши выводилось на экран. А вот так хотя бы. Такс. Окей. И это дело можно посоворачивать. Оно нам уже не надо. Такс. Такс. Окей. Ой, только оно как-то не там, где надо. Поэтому чуточку его уменьшим. Это окно. Малое колесико. Да. В общем-то, благодаря усилиям Антона, он же Ромил Малков, мы завершили 8-й этап аркадной копилки. И это означает официально, что если я, например, продолжу Donation Alerts пользоваться, и все выплаты, все комиссии будут идти с меня, мы сейчас официально собрали на все комиссии, которые понадобятся от нашей аркадной копилки. А это как раз где-то в районе 10% денег, которые вы мне жертвуете в эту самую аркадную копилку, где-то примерно 10% из них пойдут на всякие, кстати, давайте я, наверное, музычку какую-то включу на фоне, а то как-то грустно. И, в общем-то, мы эти 10% с вами собрали. То есть теперь можно считать, что все следующие деньги, они уже идут напрямую на дело. 100 пудов дойдут до меня и будут использоваться. Хотя, на самом деле, это не так. Я их вывожу потихонечку. И, естественно, из будущих ваших донатов 7% забирается, а не из текущих. Но вы поняли, надеюсь, мою мысль. И сейчас мы в честь этого крутим наше маленькое колесо фортуны. Так, ну, ты почти анлокнул босс 2-го акта, да? Согласен. До свидания, Павел. Но вы можете еще досидеть, потому что ваша активность может быть важна. Нажимаем. Крутим барабан. Заказ игры для будущих трансляций на комплюкторе. Ребята, давайте. Нам нужно 5 игр, чтобы вы предложили. 2 из них сделать Антон, может быть даже 3, я не знаю. Но минимум 2-3 игры все остальные могут предложить для общего голосования, которое продлится у нас 2 недели, и мы выберем какую-то игру, которую я буду обязан вам хотя бы один раз потранслировать на этом самом будущем комплюкторе. То есть, сами понимаете, у нас будущий комплюктор будет мощный, серьезный, не будет проблем. И фактически по уровню графики или прочей какой-то сложности у нас сейчас, точнее у вас сейчас, ограничений нет. Поэтому можете подумать, придумать, написать в чатик,
я составлю этот самый список и запущу голосование. Ссылки будут на публичную страницу Аркадного Зора ВКонтакте, Мубот будет спамить эти ссылки на Твиче в чат. В общем, вы точно, надеюсь, не пропустите это самое голосование. Вот не обязательно, чтобы вы прямо сейчас предложили эти игры. У нас завтра будет трансляция, на следующих трансляциях, но нам нужно собрать 5 таких вариантов. Я понимаю, что прям сходу это тяжко придумать что-то с головы, но если вдруг у вас есть какие-то идеи, то я только за. Zend is Nigh, как раз таки Hyper Life the Drifter, Shovel Knight. Ну, понимаешь, самый релардный. Окей, хороший вариант, согласен. Но, в принципе, в теории, я могу эти игры постримить и с ноутбука. Поэтому не очень это сильно подходит, так сказать, концепция. То есть, тут имеется... На ликерчик под шоколадку, чтобы руки не тряслись. Донат Пэй! Во всей красе, чего не ожидал, того не ожидал. Большущий спасибо, Ариларный. 150 рублей, они, правда, не идут сейчас в копилку сюда, потому что это копилка с Donation Alerts, но я добавлю это. А сейчас же что я делаю? 150 рублей это 15 пончиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 пончиков. Вот Терулу будет чем ужинать. Он голодал. И теперь все хорошо. Но я так понимаю, что за Donation Alerts большие проблемы до сих пор. Вчера не могли то ничего скинуть. И сегодня, наверное, тоже. Скорее всего, я съеду за Donation Alerts, потому что он у меня вообще заблочен в стране, потому что принадлежит группе Mail.ru. И из-за этого мне приходится всячески эти окна выставлять у себя на мониторе, это место занимает очень много, иногда не перекрывается, так что, скорее всего, переедем на Donate Pay. Но огромнейшее спасибо тебе, Ариларный. И когда наступит окончание 9-го этапа аркадной копилки, то я тогда постараюсь обязательно, чтобы одна игра, которую нужно было приложить, была именно от тебя. Ну а сейчас предлагаешь The End is the Night, Hyper Life Drifter и Shovel Knight. То есть я могу эти игры добавить в голосование, но я же говорю, в теории я мог бы их и раньше потранслировать. Все аркады. Ну, я понял, мы сегодня их обсуждали. Что-то мне подсказывает, что очень много чего взято у одного зеленокожего товарища. Ну, я не спорю. Я сам фанат орк-подкастера, да, согласен. Идея с пончиками перешла, по сути, мне от него. Но, к сожалению, я бы постарался сделать эти пончики покраше, покруче, позадорнее, тоже трехмерные, чтобы они там падали с физикой. Но я не могу этого сейчас сделать, на ноуте ничего не выйдет. А вот на будущем комплюкторе я постараюсь даже этого зеленокожего товарища слегка обойти в чем-то. Но это будет, конечно же, совершенно не скоро. Тем временем поздравляю Антона с 14 уровнем в чате Твича. Между прочим, да, хоть вы и любите, наверное, больше YouTube с его огромной задержкой на трансляциях, все вот это вот, но у нас в чатике на Твиче гораздо веселее. Там есть уровни, там есть пряники, там есть фановые команды, PvP, прочие вещи. Так что там даже веселее, поэтому фоловьтесь туда, и там гораздо больше трансляций. Вот, например, завтра трансляция будет только на Twitch. С PlayStation 4 опять Super Meat Boy. Вот, ну, я думаю, что можно добавить в голосование одну из игр, которые сейчас предложил Риларный. Можно хоть и все три, собственно, и потом еще две игры Антон предложит. Но Антон что-то как-то, видимо, призадумался. Ну, может быть, кто-то еще захочет что-то предложить, вот в чем дело. Поэтому я их запишу, хорошо, я их запишу, а потом на итоговом каком-то выборе мы рассмотрим. Если будут варианты получше, ну, точнее, люди захотят, прям много людей захотят что-то, мы что-то из этого списка выкинем, а пока это вот, да, на данный момент это единственные и главные претенденты. Но я так понимаю, что устал не только я, но и вы, поэтому сейчас вам на ум ничего не приходит конкретного. Поэтому давайте тогда оставим этот вопрос открытым.
И, может быть, вы подумаете и заглянете завтра на трансляцию по Супер Мидбою на Twitch и что-то предложите, или чуть позже. То есть, в принципе, это не горит. В таком-то голосовании эта трансляция будет в любом случае на будущем комплюкторе. То есть, очень и очень не скоро. А значит, в принципе, не горит, но в любом случае это будет одна из первых трансляций на том самом комплюкторе. Уже там пару мест забито. У нас там Murder at the Soul Suspect, кажется, туда забит. Еще пару игр каких-то обязательных. Вот, и это будет тоже в первых рядах. Так что большое вам еще раз спасибо за то, что были сегодня со мной здесь. Спасибо нескольким людям, которые подписались на YouTube даже во время этой трансляции, что бывает очень редко, если я не Undertale транслирую. Большое спасибо самому Ариларну за то, что он помогал всю трансляцию и даже мои страдания, или даже, правильнее будет сказать, все-таки усилия, даже немножко отговорил 150 рублями, это все добавится в аркадную копилку, и уже там будет 30% собрано на 9-й этап по сумме. И все, наверное. Завтра приходите на трансляцию по Супер Мидбою на Twitch. А что будет на следующей неделе? Ну, во-первых, скорее всего, в субботу будет трансляция по игре, которая победит в голосовании в честь окончания 6-го этапа аркадного обзора. На неделе, скорее всего, я на Twitch буду транслировать дальнейшее свое прохождение Mass Effect Andromeda на безумном режиме. То есть там тоже хардкор, но правда, что-то за те две трансляции, которые уже были, я особого хардкора не ощутил, по сути. Возможно, продолжу я играть в Infamous Second Son или в Knack 2. Все-таки не просто так эти два эксклюзива для PlayStation 4 на прошлой неделе оказались в моих руках. Я даже установил Deus Ex Mankind Divided вчера, но еще не запускал, и хочу свой первый запуск тоже потранслировать. Плюс там покемоны будем продолжать, скорее всего, может быть, в воскресенье. Либо, я не знаю, может быть, Ари Ларный скинул эти 150 рублей еще в копилку не просто этап аркадной копилки, а еще и на похороны Undying. То есть нужно что-то и с этим решать будет. И туда возвращаться, пытаться тратить, разбираться. Плюс там, как я обещал, должно быть прохождение с третьего Реймана на трансляциях, Beyond Good and Evil. Планов полно, но что именно будет на следующей неделе, я не знаю. Как минимум, следующий аркадный обзор ждите в следующую пятницу. Узнаете, что за игра, ее тоже будем разыгрывать, а потом через неделю, в субботу, транслировать ее смогу. Вот такой небольшой спойлер. Если что, эту игру я смогу потранслировать. Так что можете предполагать, что это такое. Я все, что хотел, уже предложил, пишет Дази. Ну, подумай, еще может быть что-то. Антон призадонатился, но он опять не хочет. Чё? Кто не хочет? Короче, сегодня день боли. Проходи «Ходячих мертвецов» или первый сезон, или второй. Ну вот у меня есть ключ на первый сезон «Мертвецов». Ну ладно, я писал, что независимо, хочу я этого или нет, если игра победит, то я буду ее транслировать. У меня есть второй сезон «Ходячих мертвецов» на PlayStation 4, но он там без русских субтитров, к сожалению. Это невозможно, мне кажется, на трансляции никак. Я пытался их транслировать, где-то даже есть запись на Ютубе. И ничего хорошего мне вообще не понравилось никак. Может быть, то их завезли, правда, надо посмотреть. Но я могу добавить и первый, и второй сезон «Ходячих мертвецов». Да, Антон? Давай, мы не заканчиваем трансляцию только из-за того, что ты вот сейчас это предложил, это твое полное право. Я могу добавить только первый сезон «Ходячих мертвецов», потому что, ну, нет смысла играть во второй, наверное, не играв в первый, а может быть и есть смысл. Я не знаю, Telltale, они такие себе ребята периодически. Хоть и говорят, что все ваши решения очень много на что влияют, но на деле, скорее всего, нет. Вот, поэтому, наверное, первый сезон в приоритете. Плюс, насколько я знаю, первый сезон «Ходячих мертвецов» как раз стал суперхитом. И из-за этого Telltale прославилась. И поэтому они продолжают пилить такие игры по всему, что только можно. Антон. Мне кажется, Антон начинает
начинает меня испытывать. Ладно, я думаю, мы с ним это решим в каком-то отдельном порядке. Вот. Вам еще раз всем спасибо, кто смотрел эту трансляцию, кто за меня болел, кто надо мной смеялся, кто еще что там. Это Супер Медбой, оценка Аркадного Взора 3.5. Ну, что ж поделать. Думайте, думайте. Завтра приходите на трансляцию на Twitch, тоже будет Супер Медбой с PlayStation 4. С самого начала, опять-таки, увы. И участвуйте во всех активностях, которые только можно, потому что Террел не просто так их делает. Все, пока.